Шалом всем моим братьям и сестрам в Одессе. Очень хотел бы присутствовать с вами лично, но, к сожалению, не могу. Поэтому данная возможность, считаю, является самой лучшей. Хочу поблагодарить моих драгоценнейших друзей Валентина и Татьяну Свентек. Спасибо за ту работу, которую вы проделываете. И благодарю за то, что пригласили меня учить на тему, готовясь к которой я получил огромное удовольствие. Я считаю, что это одна из самых интригующих тем, какие могут быть. Для меня лично это очень глубокая тема. И она называется «Машиах или Мессия? Кто он?» Меня попросили о том, чтобы поделиться этой темой и разбить на три части. Первая часть называется «Машиах в период второго храма», второе «Машиах в Новом Завете», и третье в мессианской или в раввинистической литературе. То есть третья тема – это «Машиах в раввинистическом иудаизме». Это одно из самых интригующих и актуальных изучений, которые мы можем только с вами провести. Проблема только заключается в том, что мне выделили всего 45 минут на эту огромную глобальную тему. Конечно, хорошо бы выделить на это целый курс, но у меня всего лишь есть 45 минут. Поэтому, чтобы пройти эту тему, нужно чудо. Значит, давайте начинать. Итак, мессия или мессианские ожидания, особенно в период второго храма. Теперь, когда мы говорим о периоде второго храма, мы захватываем отрезок времени с 516 года до нашей эры, другими словами, за 516 с лишним лет до рождения мессии, и вплоть до 70-го года, когда храм был разрушен римлянами. Другими словами, это период времени от момента возвращения евреев или иудеев с южных царств. Они возвращаются из Вавилона, возвращаются в Иерусалим, отстраивают его, восстанавливают храм. И вплоть до мессианского ожидания, в момент, когда Иешуа появляется в истории человечества, когда Иешуа начинает свое служение. И сейчас мы посмотрим на то, чего ожидал еврейский народ, чего ожидал народ Израиля. Я буду говорить в общем. То есть это будет своего рода простой такой обзор. Если вам знакома история Нового Завета и того периода, то вы, конечно же, знаете или помните, что существовало множество групп, которые представляли разные течения в иудаизме. Прежде всего, существовала группа фарисеев. Это были своего рода предки современных раввинов. Далее упоминается такое течение, как саддукеи, то есть, другими словами, это были священники. Далее были зелоты. Зелоты — это своего рода такие люди, которые в современном мире назвали бы активистами. Это были вооруженные люди, которые желали поднять восстание против Рима. Также были ессеи, это была отделенная группа или группа, которая откололась от всех. Описание их жизни, их документы найдены в районе Мертвого моря, так называемые свитки Мертвого моря. Как раз эти документы, эти свитки были сохранены благодаря ессеям, они своего рода были сепаратистами. Артисты, монахи того времени. Как ни удивительно, сегодня есть в Южной Калифорнии синагога ессеев. Я сегодня просматривал их общину в интернете, и у них такие вегетарианские собрания проводятся. Это означает, что они собираются вместе и приносят с собой вегетарианскую еду. Возможно, это похоже на картину ессеев, изображение ессеев того времени, потому что, скорее всего, они тоже были вегетарианцы. У всех этих групп были свои мессианские ожидания. Когда мы конкретно рассматриваем тему, каким должен был быть Мессия, каким его ожидали, как он должен был выглядеть, и именно рассматриваем период второго храма, то этот образ очень собирательный и сложный. Несмотря на то, что раввины заявляют, что Талмуд или устный закон уходит своими корнями в события на горе Синай, тем не менее, этот сборник не был записан аж вплоть до момента пост второго храма. Талмуд был составлен между 300 и 700 годами нашей эры уже. Несмотря на то, что раввины, опять же, заявляют, что от момента событий на горе Синай Талмуд существовал, тем не менее, он был записан намного-намного позже. Что мы имеем, на самом деле, так это Танах.
нас есть Тора, Писание и Пророки, так называемый Ветхий Завет. И если говорить о том, что говорит Писание о Мессии, то у нас есть Септуагинта, например, которая является переводом Ветхого Завета на греческий, и датируется этот перевод 250 годом до нашей эры. То есть, другими словами, прямо в период Второго Храма. Таким образом, мы понимаем и осознаем, что имели в виду переводчики, когда переводили с иврита на греческий, например. Мы видим примерно, какие слова были использованы в греческом для того, чтобы передать смысл, который написан в иврите, в оригинальном тексте. Это значительно помогает нам осознать, каковы были мессианские ожидания того времени. Вот в чем мы уверены. Было ожидание физического, настоящего, буквального Машиаха, Мессии, который должен был появиться и прийти не просто как бы в период мессианской эры, и мы об этом еще поговорим отдельно. Мы еще поговорим об этом понятии период мессианской эры, но люди того времени ждали непосредственно Мессию. Основными нашими источниками будут Тора и Пророки, когда мы будем говорить о Мессии, хотя некоторое понимание мессианских ожиданий мы получаем непосредственно из Писаний Нового Завета. И мы вскоре это увидим. Теперь, когда мы читаем пророчество о Мессии в Танахе, в Торе, мы находим некоторое противоречие. И на самом деле это очень важный и ключевой вопрос, и ключевое противоречие. И это доставляло много проблем мудрецам того времени. Почему? Потому что некоторое пророчество, а именно... Они воспринимались как пророчество о грядущем Мессии, говорили о том, что Мессия будет одинок, он будет отвержен. Это так называемое пророчество о слуге Господнем. Другие же, напротив, говорили о Мессии, который придет со властью, который придет с судом. Он должен был утвердить царство и мир на земле. Это должен был стать золотым веком для Израиля, как это происходило в дни царя Давида и Соломона. Приведу вам несколько примеров, и для начала возьмем отрывки о страдающем слуге. Мы с вами рассмотрим два или три отрывка об этих пророчествах. На самом деле их намного больше, но у нас нет на это времени. Мы не сможем охватить все или хотя бы какое-то определенное количество. Это отрывки, которые еще раз относятся к теме страдающем слуге, как я это называю, или в принципе, как это называется в терминологии. Псалом 22 или 21 в синодальном переводе. Послушайте этот отрывок, он станет очень явным для вас. Бог мой, зачем ты оставил меня? Далек ты от спасения моего, от вопля моего. Бог мой, взываю я днем, но ты не отвечаешь, и ночью без умолку я. Это 2 и 3 стихи, а теперь перейдем к 6 стиху. Это Псалом 22 или 21 в синодальном переводе с 6 по 8 стих, скорее всего. «Но я червь, а не человек, в поношении у людей и в презрении у народа. Все видящие меня насмехаются надо мной, разевают рот, качают головой. Кто полагается на Господа, того избавит Он, спасет его, ибо благоволит к нему». А теперь я бы хотел немного перескочить, мы перейдем к 16 стиху. Возможно, у вас это 17 стих. Там говорится, «Ибо окружили меня псы». И псы имеется в виду язычники. «Ибо окружили меня псы, толпа злых или толпа воров обступила меня. Как лев терзают руки мои и ноги мои». В другом переводе «пронзили руки и ноги мои». «Пересчитать мог бы я все кости мои. Они смотрят и разглядывают меня. Делят одежды мои между собой, и об одежде моей бросают жребий». Для тех из нас, кто является последователем Иешуа, очевидно, о ком эти стихи. Эти пророчества, эти строки были явным образом и во всех подробностях и деталях исполнены, когда Иешуа был распят на стойке казни. Фактически, большая часть этого псалма цитируется авторами Евангелия, когда они описывают события на стойке казни, когда Иешуа был распят там. Для нас это на 100% очевидно и безоговорочно. Но я вам скажу, что при этом для евреев времен Второго Храма это не было настолько очевидно, как для нас. Это не было очевидным для лидеров народа, для лидеров Израиля того времени, когда Иешуа ходил по земле. Но более того, я вам скажу, что это не было очевидным для учеников, и для них этот псалом не был таким явным о Машиахе. Конечно, для нас, спустя
годы. Это очевидно, что через этот псалом описываются события, когда Иешуа отдал свою жизнь за каждого из нас. Следующий отрывок, который я бы хотел рассмотреть, это отрывок из Исаии 53 главы, конечно же. И давайте мы с вами начнем где-то со второго стиха. Итак, возьмем Исаия 53 глава, 2-3 стих. Третий стих. «Он презираем был и отвергнут людьми, страдалец и изведавший болезнь, и как бы отвращая от себя лица, презираем был, и мы не почитали его». То есть, другими словами, мы видим, что это не привлекательная личность, совершенно. Особенно для еврейского общества. Мы видим отвращение, отвержение, то есть это Машиах, который отвергнут. Это Мессия, которого не воспринимают. Принимали, даже наоборот, это Мессия, который отдален от народа. Теперь давайте перейдем к 4-му и 5-му стихам. «Но болезни наши переносил Он, и боли наши терпел Он, а мы считали, что Он поражаем, побиваем Богом и истязаем. И Он изранен преступлениями нашими, сокрушен грехами нашими. Наказание за благополучие наше на Нем, и ранами Его исцеляемся мы». Но это же так очевидно, как будто это Новый Завет, и фактически этот отрывок используется часто в Новом Завете. И именно этот отрывок всегда воспринимался как пророчество о Мессии, хотя не было понятно евреям, как именно это произойдет. Шестой стих. «Все мы, как овцы, блуждали, каждый повернул на дорогу свою, и Господь возложил на него грехи всех нас». Это так очевидно. Очевидно, что это образ Иешуа. Далее седьмой стих. «Притеснен и измучен он был, и не открывал рта своего, как овца, ведомая на заклание. Послушайте этот язык. И как овца, безгласная перед стригущим ее, и не открывал рта своего». Здесь мы видим Машиаха, Мессию, в образе ягненка, Агнца. Этот ягненок отдает свою жизнь. Он является приношением, он является жертвой. Это жертва за нас, жертва за грех. Написано, что тот, кто не знал греха, стал грехом как бы за нас. Чтобы мы имели или обрели праведность Божью в нем или через него, через Агнца Божьего. Вот этот страдающий Машиах. Это образ Мессии, который одинок, он отвержен. Это тот Машиах, о котором говорит Иоанн Креститель. Мы это встречаем в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Написано следующее. «На следующий день Йоханан увидел Иешуа, подходящего к нему, и сказал, «Взгляните, Божий ягненок, берущий на себя грех мира». И это на самом деле удивительно, потому что ученики Йоханана и окружающие люди не понимали, о чем говорит он. Но сам Йоханан, он понимал, о чем речь, что он говорит. Он понимал, о чем говорит Писание. Он понимал, что эта личность исполнит Писание, которое говорит о страдающем, отверженном слуге Машиахе, что Иешуа исполнит Исаия 53. Это ягненок Божий, который берет на себя грех мира. Иными словами, Йоханан цитирует 53 главу Исаии. Стоит также отметить, что вот эта идея о Машиахе, особенно о страдающем Машиахе, она не отражалась в еврейской раввинистической литературе времен Второго Храма. Вплоть до начала первого столетия не было такой единой концепции и понимания Машиахе, страдающем Машиахе. Из древних еврейских источников мы знаем, что там не присутствует эта идея, особенно, еще раз повторюсь, о страдающем Машиахе. Тем не менее, все меняется во второй половине первого столетия, я думаю, благодаря распространению Евангелия, благодаря служению Иешуа, благодаря служению его учеников и их влиянию на иудаизм. И это на самом деле очень важная мысль. Это действительно очень интересно, что идея о страдающем Машиахе, она не сформирована настолько, как это происходит уже во второй половине первого столетия, когда Иешуа приходит, умирает, воскресает, потом оставляет учеников, своих апостолов, которые уже распространяют Евангелие среди евреев, потому что, во-первых, иудеям. И служение апостолов заключалось в том, чтобы они пошли к потерянным овцам дома Израилева аж вплоть до 10 главы книги Деяний. Они влияли на еврейскую общину, глаза их открывались благодаря служению апостолов. Теперь перейдем к идее о побеждающем Мессии. Это вторая категория или вторая концепция о побеждающем Машиахе. Мессия должен прийти как победитель, завоеватель.
Мы говорим о царе Машиахе. Это Мессия, который должен прийти в славе и силе на облаках, и Он же восстановит царство для народа, для страны Израиля. Как раз вот эти ожидания, они ярко отражены в мессианских ожиданиях первого столетия. Это восприятие Мессии со стороны еврейского народа в тот момент, когда Иешуа приходит в Израиль, появляется в Израиле. Или когда он въезжает в Иерусалим. Давайте рассмотрим несколько примеров, которые говорят об этом Машиахе, который побеждает, приходит в силе. Один из них — это Псалом 2. Итак, Псалом 2. «Почему волнуются народы?» Прочитайте это в своем переводе, посмотрите, какой там текст. «Почему волнуются народы, и племена замышляют тщетно? Встают цари земли, и властелины совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». Обратите внимание, что слово, которое переведено как «помазанник», в иврите звучит как «машиах». То есть эти цари, эти властители, они совещаются вместе, собираются вместе против Господа и против Его Мессии, против Его Машиаха. Кстати, то же самое происходит в наше время сейчас. История имеет склонность повторяться. То, что происходило тогда, происходит и сейчас. В третьем стихе говорится: «Разорвем узы их и сбросим с себя путы их». То есть они не хотят подчиняться Господу. Другими словами, эти цари говорят: мы не хотим никому поклоняться, ни Господу, никому, кроме себя самих. С 4 стиха вот что мы читаем. «Сидящие в небесах усмехаются, Господь посмехается над ними. Тогда заговорит Он с ними в гневе Своем и в ярости Своей напугает их. Ведь Я поставил, и обратите внимание, поставил царя Моего над Сионом, горой святой Моей». Посмотрите на выражения, какие здесь используются. «Я помазал царя своего Мессию, а они собираются против него. Я поставил своего царя на своей святой горе, на Сионе». О чем здесь говорится? О том, что Мессия правит и устанавливает свою власть как царь. Это Мессия, который является образом победителя. Расскажу о решении. Господь сказал мне... Давайте с 7 стиха начнем читать. «Расскажу о решении, Господь сказал мне. Сын мой ты, сегодня я родил тебя. Проси меня, я дам народы в наследие тебе и во владение тебе края земли». Это очень важно. Речь здесь о народах. «Го им, проси меня, я дам тебе народы в наследие и во владение тебе края земли. Сокрушишь их жезлом железным, как сосуд горшечника разобьешь их». И давайте сразу перейдем к 12 стиху. Здесь очень интересные слова написаны. «Целуйте сына, чтобы не прогневался он, а не то пропадете в пути, когда вмиг его гнев воспылает. Счастливы все, в нем укрытие обретающее». Предельно ясно, что это отрывок говорит о Иешуа. Но мы это понимаем сейчас. Однако и в период второго храма это было мессианским ожиданием того времени народа Израиля. Мессия, который придет в силе и уничтожит своих врагов, который восстановит царство для Израиля. Между прочим, Иешуа цитирует этот отрывок и переводит фарисеям, истолковывает для фарисеев. Например, такой отрывок есть в Матфея 22:4. Причина, по которой Иешуа истолковывает этот отрывок, кроется в том, что Иешуа объясняет, что это не просто о царе Давиде речь, а это о Мессии. Это конкретно о нем, о Иешуа, как о Мессии, о Машиахе. Я буду читать сейчас из Евангелия от Матфея, 22 глава, 41 стиха. «Затем, обратившись к собравшимся фарисеям, Иешуа поставил перед ними вопрос: «Расскажите мне, что вы думаете о Мессии? Чей он сын?» Они отвечали ему: «Давида». Он спросил их: «Тогда как же Давид, вдохновленный Духом, называет его Господом, когда говорит: „Адонай сказал моему Господу: сиди здесь по правую руку от меня, пока я не положу твоих врагов возле ног твоих“? Если Давид таким образом называет его Господом, как же он может быть его сыном?» Никто не мог сказать что-либо в ответ, и с того дня никто не решался задавать ему вопросы. То есть он расставляет все по своим местам и истолковывает для них второй псалом, объясняя, что этот отрывок о самом Мессии. Еще один отрывок быстро рассмотрим. Исайя 11:1-3. Снова речь идет о побеждающем Мессии, 11 глава Исаии, с 1 по 3 стих. «И выйдет отросток из ствола Ишая, Ишай или Исея — это отец Давида, и даст плоды побег,
что от корней его, и снизойдет на него Дух Господень, Дух мудрости и понимания, Дух совета и силы, Дух знания и боязни Господа. И исполнит он его Духом боязни Господа, и не по взгляду глаз своих будет он судить, и не по слуху ушей своих будет он решать дела, но будет по правде судить он бедных, и решать справедливо дела кротких людей земли. И бить будет он землю бичом речей своих, и духом уст своих умертвит нечестивого. Это очевидно, что это отрывок о побеждающем Мессии, о побеждающем Машиахе. Нам еще предстоит это увидеть. Еще это не произошло. Это не то, что было, когда Иешуа впервые пришел на землю. Мы увидим подобное во втором пришествии Иешуа, и это как раз уже побеждающий Мессия. Итак, как же мудрецы могли соединить или сочетать вот эти противоречивые пророчества или концепции о Мессии? С одной стороны, у нас страдающий Мессия, который отвержен, который умирает, несет грехи, а с другой стороны, этот побеждающий Мессия во власти. Таким образом, мудрецы пришли к идее о двух мессиях, что один мессия — это мессия Бен Йосеф, и как Иосиф, он отвержен братьями, продан в рабство, он отвержен собственной семьей, собственным народом. И есть второй мессия — мессия Бен Давид, и подобно царю Давиду, он должен восстановить царство Израилю, иметь невероятную власть, править и утверждать свой авторитет. Интересно, что в Талмуде есть такая идея о том, что мессия Бен Йосеф, сын Йосефа, он умрет, а мессия Бен Давид, он придет и воскресит мессию сына Иосифа, и они уже будут править вместе. Вот удивительный отрывок, который я бы хотел вам зачитать, и содержится он в Талмуде. Послушайте, это идея или концепция мессии Бен Давида. Говорится о том, что между двумя раввинами, Александрин и Йошуа бен Леви, они как бы рассматривают противоречие касательно мессии. И противоречие заключается в том, что есть два образа мессии. Далее Талмуд говорит о том, что есть явное, конкретное противоречие. Противоречие это заключается в наших писаниях. Например, сказано, что если нарушит закон, я накажу его. Если нет, то благословлю. И Рабби Йошуа говорит следующее. Но ведь написано, что придет Сын Человеческий, и через два стиха говорится о том, что Сын Человеческий, видел я Сына Человеческого, грядущего на облаках. И это конкретно образ Мессии, завоевателя, покорителя, это Даниила 7:13. Но в другом месте говорится, что Мессия приходит к потерянным, заблудшим, и едет он на осле. И это уже ссылка на Захария 9:9. И в этом и является противоречие, но дальше идет вывод. Они говорят, вопрос, когда же придет Мессия? Но другой раввин ему вторит и говорит, а спроси себя, где сидит Мессия? Он сидит у ворот Рима. А каким же знамением мы узнаем его? Он сидит среди прокаженных, среди бедных и прокаженных. И он объединит их в свое время вместе. Это как раз образ Мессии Бен Йосефа. Это трактат Сангедрин 98а. Другими словами, здесь говорится о том, что Мессию можно найти среди прокаженных, Мессию Бен Йосефа. Здесь, опять же, мы видим идею о двух мессиях, и говорится о том, что если Израиль будет достоин, тогда придет Мессия, сын Давида. Если будет недостоин Израиль, то придет Мессия Бен Йосеф. Тогда придет страдающий Мессия, и они были 100% правы. Это не два разных Мессии, приходящие в свое время, но это Мессия, который должен был прийти дважды. И это поразительный отрывок Сангедрин 98а, Талмуд. Я вас ободряю прочесть этот отрывок. Сейчас хочу убедиться, что это 98а. Да, все правильно. Вы можете посмотреть в интернете, попробовать найти. Мне пришлось перелистать все трактаты в Талмуде, чтобы добраться до этого места. Но это потрясающий отрывок.
И теперь перед нами возникает очень важный и серьезный вопрос. Чего ожидали евреи, когда пришел Иешуа на землю, пришел в Израиль? Ответ здесь очевиден. Евреи ожидали правящего Мессию, который освободил бы их от римской тирании, который освободил бы их от римской оккупации и в итоге, который бы восстановил бы царство для Израиля. И, конечно же, положил конец Риму, его завоеванию Израиля. Следующий вопрос — откуда мы это знаем? И ответ, опять же, очевиден, мы знаем это из Писаний Нового Завета уже. Деяния 1 глава, 6-7 стихи. Итак, давайте прочитаем первую главу Деяний, стихи 6-7. «Собравшись вместе, они спросили его, «Господь, не в это ли время ты восстановишь самодержавие в Израиле?» Обратите внимание, это задают вопрос ученики Иешуа. Они общаются с воскресшим Мессией, и они как будто до сих пор не понимают. Но почему? Потому что у них уже было определенное сформировавшееся мировоззрение. И мы знаем это из этого же текста. Они ожидали Мессию, который придет, победит и восстановит царство для Израиля. Они спрашивают, ты сейчас восстановишь царство для Израиля? Ты умер, мы этого не ожидали, но ты воскрес. Так это теперь ты хочешь восстановить царство для Израиля? Но ответ стал разочарованием для них, наверное, в какой-то степени. Вам не нужно знать времена и сроки. Отец хранит это в своей власти. Время еще не пришло. Они долгое время ничего не могли понять. Есть еще одна вещь, которую стоит отметить касательно темы Мессии и ожиданий о нем в период второго храма. И я закончу на этом этот раздел, потому что надо двигаться дальше. Мессия должен был родиться в Вифлееме, мы это видим в Матфея 2:3. Мы читаем о событиях, которые связаны также и с царем Иродом. И вот давайте откроем Матфея 2, 3 стих. «Когда это услышал царь Ирод, он встревожился, а с ним и все остальные жители Иерусалима. Созвав всех руководящих в народе Коганим и учителей Торы, он спросил их, где родится Мессия? В Бетлехеме, в Иегуде, ответили они, поскольку пророк написал». И они цитируют отрывок из пророков, а конкретно это Михея 2:5, где написано о том, что Машиах родится в Бетлехеме. И это было именно понимание еврейского народа того времени. И сегодня это уже раввины говорят о том, что это пророчество о царе Давиде, который родился в Вифлееме. Но из Матфея мы видим, что знатоки Торы, мудрецы того времени, они знали, что Машиах должен родиться в Бетлехеме. Таково было ожидание того времени, что он родится в Бетлехеме или доме хлеба с иврита. Конечно, это очень коротко и упрощенно, но таковы были ожидания о приходе Машиахе, как раз в тот период, когда появляется Иешуа. Конечно, они не распознали Иешуа Машиаха, потому что они ожидали победоносного Мессию, опираясь на второй псалом, опираясь на Даниила 7. И, конечно, это не образы, которые тогда указывали на Иешуа. Ведь Иешуа пришел как агнец Божий, который взял на себя грех мира. Теперь же я хочу поговорить уже о Новом Завете, о Писаниях Нового Завета. Каковы были ожидания Машиаха в Писаниях Нового Завета? То есть, другими словами, сейчас мы будем рассматривать образ Мессии непосредственно в Новом Завете. Что такого нового привнес Новый Завет в прообраз и ожидания Мессии? Именно под таким углом я бы хотел рассмотреть эту тему. Какие новые тенденции или концепции вводит Писание Нового Завета в образ Машиахи, которых мы не находим в ожиданиях периода второго храма? Еще раз, чему мы можем научиться из Писаний Нового Завета, чего не присутствует в ожиданиях времен второго храма? То есть, другими словами, это было своего рода новое откровение для народа. Это откровение о Мессии, и хотя уже много чего было сказано в Писаниях Танаха, потому что много ссылок присутствует, например, о Мессии в Торе. Затем мы находим образы в пророках, а также в Писаниях.
Тем не менее, есть определенные образы, которые не стали ожиданиями о Мессии ни в период Второго Храма, ни тем более сейчас. И попробую привести вам все эти примеры. Кажется, их пять. Итак, что же нового в отношении Мессии мы находим в Новом Завете? И первая вещь, которую я бы выделил, это Мессия, творящий чудеса, и Мессия, чудотворец. Мы читаем о том, что он победитель, он завоеватель, но вот в Иешуа мы видим, что он чудотворец. Это довольно новая идея. Откроем Матфея 10 главу, с 6 по 8 стихи. Мы читаем о том, как Иешуа посылает своих учеников, и он дает им четкие наставления. Еще раз, Матфея 10, 6, 8. «Но идите к потерянным овцам дома Израиля», и меня это просто удивляет. Когда мне было всего 20 лет, и я впервые это прочел, это меня просто поразило. Я увидел, что Иисус не является Богом христиан, ученики не были христианами, но они были посланы потерянным овцам дома Израиля, как евреи, которые нашли своего обещанного Машиаха. В 7 стихе сказано, когда пойдете, провозглашайте, близко Царство Небесное. Другими словами, Царство Небесное уже здесь, оно пришло. Исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, очищайте страдающих кожными заболеваниями, изгоняйте бесов, вы получили бесплатно, и потому давайте, не прося платы. Мы видим концепцию о том, что Иешуа или Мессия освобождает пленных, исцеляет больных, воскрешает мертвых. Как я уже сказал, все эти пророчества или указания об этом мы находим в Танахе, но эти вещи не стали мессианскими ожиданиями в период Второго Храма. То есть это становится откровением Нового Завета. Да, конечно, несомненно, это освещение того, что было написано ранее, в таких местах, как Исаия 61, но теперь это становится просто очевидным. Мессианское ожидание как бы здесь не работала, но концепция говорит о том, что Мессия приходит исцелять больных, воскрешать мертвых, очищать прокаженных, изгонять бесов. Это просто потрясающее откровение. И это часть деятельности Иешуа, которого мы знаем как своего Машиаха. Он тот, кто исцеляет нас, потому что написано, что ранами его мы исцелились. Это все присутствует в еврейских писаниях, но ослепление было не, на самом деле не после того, как пришел Иешуа, а еще до того оно существовало. Именно поэтому многие отвергли его. Итак, Мессия — чудотворец. Следующее, о чем бы я хотел поговорить. В Новом Завете также мы находим тему, что Мессия — наша искупительная жертва. То есть это Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Иоанна 3 глава с 14 по 16 стихи. Мы читаем об определенном знакомом образе, который цитирует Иешуа, подобно тому, как Моше вознес змея в пустыне, и речь идет об исцелении, которое Господь устроил для Израиля в пустыне. При этом, действительно, эта беда пришла по причине греха Израиля. Подобно тому, как Моше вознес змея в пустыне, так должен быть вознесен Сын Человеческий. Ведь всякий человек, чтобы всякий человек, верующий в Него, приобрел вечную жизнь. Итак, Мессия — наше искупление. И сейчас прочтем еще 16 стих. Этот отрывок или этот стих, который знают все верующие люди, потому что Бог так сильно возлюбил мир, что отдал Своего единственного и неповторимого Сына, чтобы всякий, верящий в Него, не погиб, но приобрел вечную жизнь. Это новая концепция, которую мы встречаем в Танахе, но очевидно раскрывается эта тема в Писаниях Нового Завета. А 17 стих говорит, «Так как Бог послал Сына в мир не судить мир, но чтобы через Него мир спасся». До этого момента не существовало такой концепции, как личное спасение. И это приводит нас к третьему разделу о том, что нового мы встречаем в Новом Завете. И это тема того, что Мессия — наш путь на небеса. И это единственный путь. Такой концепции не было у учеников. У них не было понимания, что Мессия должен умереть, и еще больше они не понимали, что он еще и может воскреснуть. Они пришли к совершенному смущению после его смерти, после того, как он был распят. И, конечно, для них было подозрительным весть о том, что он воскрес из мертвых, поэтому они хотели убедиться в этом лично. Почему? Потому что это не было частью их мессианского ожидания, это было чем-то новым для них. У вас возникнет вопрос, а разве Иешуа им не объяснял, не рассказывал об этом? Разве он не повторял это вновь и вновь? Например, он говорил, что подобно Ионе, Сын Человеческий проведет 3 дня в чреве земли.
Он говорил об этом, подразумевая, что он отдаст свою жизнь за всех. Но их глаза еще были закрыты, чтобы увидеть это. Потому что их мировоззрение не давало им возможности понять, только потом они осознали все. То есть это новая мессианская концепция, которая ярко выражена и объяснена в Писаниях Нового Завета. И наши глаза уже открыты, и мы видим, как это исполнение пророчеств, описанных в Танахе. То есть Мессия является путем на небеса, и притом единственным путем на небеса. Я хочу зачитать нечто, и это является как бы нашим описанием того, кто мы, как мессианские верующие, как верующие в Мессию Иешуа. Это Иоанна 14:6. Иешуа сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не может прийти к Отцу, как только через Меня». Это тема, концепция, мировоззрение совершенно новое, хотя, опять же, его можно найти в Писании. Павел, например, он доказывает как раз через Танах мессианство Иешуа. Но это на самом деле нечто новое, которое, концепция, которая говорит, что он, Мессия, является путем, дорогой, единственной дорогой на небеса. Это единственный путь к вечной жизни. Четвертое — это то, что Мессия воскресает, или он должен воскреснуть. Это тоже новая концепция. Для евреев того времени это было совершенно непонятным и новым. Это никак не могло уложиться в их головах, что Мессия умрет и потом еще и воскреснет. Но эта идея снова же может быть обнаружена в таких отрывках, как, например, Исаия 53, где говорится, что он отторгнут от земли живых, или Псалом 22, или 21 в синодальном переводе. На это нужно смотреть глазами, которые видят. Тем не менее, это своего рода новое откровение. Это идея о воскресающем Мессии. И последнее, на чем бы я хотел остановиться, это идея, которая до сих пор вообще никак не уживается в еврейской среде, это то, что Мессия будет иметь божественную природу. Это шок. Идея о том, что Мессия может быть подобным Богу, она никогда не витала в еврейских кругах. Приведу пример из Иоанна 10:22. События происходят в праздник Обновления или в Хануку. И, кстати, это единственное место Писания, которое говорит о Хануке. Это единственный отрывок вообще во всех Писаниях, потому что в канонических Писаниях Танаха нигде не присутствует это. Это как раз событие переходного периода между заветами. Затем в Иерусалиме наступил праздник обновления, или Ханука. Была зима, Иешуа ходил по территории храма в колоннаде Шлома. И вот иудеи окружили его и сказали ему: «Сколько еще ты будешь держать нас в неведении? Если ты Мессия, скажи же нам это прямо». И потом в 30 стихе, после как бы притчи о добром, о пастыре, голос которого овцы слышат, Иешуа продолжает. Он говорит: «Я и Отец одно». Что происходит после этого? Иудеи собираются побить его камнями, потому что он говорит, что он имеет божественную природу. В их понимании это было богохульством. Это никак не могло вписаться в их концепцию о Мессии, в их понимание о том, кто должен быть Мессией. И опять же, это нечто новое, что мы встречаем только в Новом Завете. Да, эти концепции мы можем встретить в Танахе, мы можем на них прочитать о них. Например, князь мира, отец вечности, о которых мы читаем в Исаии 9:6. И теперь, когда глаза открыты через Писание Нового Завета, можно вернуться в Танах и увидеть там, как это было заложено, об этом было пророчествовано. Вот это пять концепций, можно говорить о большем количестве, но их пять, которые я выделил, также можно говорить о рождении от девственницы. Это как бы не воспринималось как концепция о Мессии, хотя об этом было написано. Или идея о том, как Мессия дает нам вечную жизнь и так далее. Я же хотел выделить именно пять уникальных тем, которые вот характерны для Нового Завета. А теперь я хочу завершить видением Мессии в раввинистическом иудаизме. И это самая сложная тема, потому что где два еврея, там три мнения, или даже больше. Единого видения у еврейской общины нет. Возможно, вас ваши христианские друзья уже спрашивали: а как же евреи вот верят в Мессию? Что они ожидают? Но нет единого ответа на это. В раввинистическом иудаизме есть очень много точек зрения. Это очень важно запомнить, что есть очень много разных точек зрения.
Множество еврейских общин, я подразумеваю, например, США, Северную Америку, также европейские общины и течения. Я говорю об увеличивающемся количестве в бывшем советском пространстве, в Украине, например. Многие евреи становятся либеральными или они становятся светскими. Так называемое, например, реформистское движение, которое появилось в конце 18-го, начало 19-го, 20-го веков. Эти течения отвернули, увели евреев от веры, вообще в Бога, особенно это произошло после Холокоста. И это как бы больше переместилось в такую тему выживания еврейского народа, «Ам Исраэль Хай», народ Израиля жив, и неважно, вы верите в Бога, не верите, агностики, атеисты, вы неважно. Все равно можно оставаться хорошим евреем, но эти люди отошли от авторитета Писаний. При этом множество евреев отошли от мессианских ожиданий. Вместо этого появилось ожидание мессианской эры, такой эры утопической, когда мир будет находиться в покое, все будут любить друг друга. И эта миссия стала своего рода еврейской идентичностью. По этой причине появилось множество евреев, которые стали ярыми придерживаться левых взглядов и жаждать социальной справедливости. Такие люди пытаются сделать равными всех, что приводит к социализму, например. Но понимаете, социализм, он становится как бы нормальной концепцией только если мы верим в теократию, власть Бога. Если сердца людей меняются, если же нет, то это катастрофа, это провал. Социализм не работает, потому что человечество в упадке, человечество сломлено. Я думаю, что это было целью, например, нашего любимого Карла Маркса, создать утопическое общество, но это может произойти только если Бог будет править в сердцах людей. Итак, из раввинистического учения мы понимаем, что нет единого взгляда, доминирующего взгляда нет, есть только идея об вот этом утопическом периоде, мире, об эре Мессии. Правда, есть одна вещь, с которой множество или большинство евреев соглашается, или иудеев, это то, что Иисус не Мессия. И это довольно грустно, потому что единственная вещь, которая является истиной, именно в нее они не верят. Более 2000 лет, точнее, около 2000 лет эта концепция существует, это изменится только тогда, когда снимется слепота с их сердец. Итак, еще один момент, который мы уже начали рассматривать, это то, что с точки зрения раввинов, Мессия не может иметь божественную природу. Сегодня такой концепции в раввинистическом иудаизме не существует. Итак, Иешуа не Мессия, и он не божественный, не имеет божественную природу. А в среде неортодоксальной уже фактически нет мессианских ожиданий, то есть есть эти либеральные идеи. И в концовке нашего занятия я бы хотел перечислить 7 вещей, не углубляясь в подробности, но для меня важно именно их осветить для вас. Это 7 вещей, в которые верят ортодоксы или ультраортодоксы, и все эти вещи касаются буквального пришествия Мессии. Первая концепция говорит о том, что Мессия, когда придет, он отстроит храм в Иерусалиме. И мы знаем также, что есть версия о том, что это будет обманом, и тот, кто попытается отстроить храм, как раз не будет мессией. Но это такое современное мессианское ожидание. И опять же, если мы говорим об ортодоксах, ультраортодоксах, то есть идея о том, что вместе с восстановлением, отстройкой храма будет восстановлено служение священников и жертвоприношения. И такой концепции нет вне ортодоксальных кругов, есть даже целый институт по восстановлению храма. Фактически уже восстановлена храмовая утварь, но 85% еврейского населения в мире смотрят на это как на какое-то безумие. Тем не менее, это мессианское ожидание в ортодоксальных кругах. Следующая идея говорит о том, что все войны на земле прекратятся, и таким образом наступит идеальный мир, идеальный покой. Наступит эра,
всемирного покоя. И это довольно распространенная идея, которая как раз является причиной, почему евреи не верят в Мессию, в Иешуа как Мессию. Они говорят, что так как нет мира, то он не может быть Мессией. Следующее — это то, что Мессия объединит всех людей по всему миру, будет такое братство всеобщее, всемирное. Следующее — это что Мессия принесет познание о Боге, и все люди будут верить в единого Бога. Это ожидание среди ортодоксального населения, и это часть как бы раввинистического ожидания. Следующее, что говорит раввинистическое учение, это что приход Мессии знаменует конец времен, и начнется новый век или новая вообще эра, и это приводит к седьмой идее о том, что Мессия утвердит век грядущий, новый век, Олам Аба, и будет восстановлен Ган Иден или Эдемский сад, и утвердится мессианский век, мессианская эра. Итак, мы увидели множество концепций, множество взглядов, конечно, прошлись по поверхностям, мы не углублялись в эту очень сложную тему. Надеюсь, что вы следили за мыслью и не уснули, и что это было для вас интересно. И я очень надеюсь, что вскоре или в какой-то период мы все вместе с вами увидимся, как верующие говорят, может быть, в грядущем веке уже. Я не знаю, когда я туда попаду, но ожидаю встречи с вами. И послушайте, продолжайте свое хорошее дело, продолжайте двигаться вперед, исполняйте свое призвание до того момента, как мы увидим исполнение Божьих обещаний в Римлянах 11, 25-26, когда весь Израиль спасется, и вы часть этого призвания. Пусть Бог благословит вас. Шалом из Израиля! Я Ариэль Ревах, и сегодня мы снова проведем с вами время в изучении Слова Божьего. Я верю, что это Слово очень сильно ободрит вас и укрепит вас, потому что мы живем в очень непростое и сложное время, и как никогда мы нуждаемся в основании, мы нуждаемся в какой-то опоре, чтобы твердо стоять и не колебаться в эти сложные времена. Представьте себе, что вам нужно начать какое-то очень новое, сложное дело. В чем бы вы больше всего нуждались? Я думаю, что мы бы все нуждались больше всего в поддержке. Больше всего мы нуждаемся в тех, кто могут разделить с нами то же видение, кто готов идти вместе с нами, кто готов разделить все наши трудности, взять на себя ответственность, кто готов подставить нам плечо или просто, может быть, дать свои ресурсы. И представьте себе, что если бы в вашей жизни был такой человек, как бы вы себя чувствовали, да? На что бы вы были готовы? Какую бы планку вы бы себе поставили в достижении в этой цели? И я вижу, что когда Бог вынужден был изгнать человека из Эдемского сада, человек потерял, наверное, самую главную опору своей жизни. Он потерял Бога, он потерял небеса, он потерял все ресурсы, он потерял мудрость, силу, проницательность, он потерял все. Он вынужден был самостоятельно идти в этот мир, самостоятельно встретиться с теми трудностями, с теми вызовами, которые вдруг пришли в его жизнь.
Но я вижу в том, что Бог никогда, никогда не оставлял человека. Несмотря на то, что грех разделил человека, что человек больше не имел этой связи со своим источником, но источник никогда не переставал желать быть рядом с человеком. Бог никогда не переставал мечтать, чтобы быть в жизни человека. Бог всегда видел слабости, немощи человека, что человек в своем теле, в своих слабостях не имеет возможности, не имеет силы встречаться с теми сложностями, которые выпали и выпадут в его жизни. Поэтому Бог всегда хотел быть рядом. И мы видим это в Писании, что Бог всегда находил таких людей. Бог нашел Лота и спас Лота. Бог был с Авраамом, благословлял его. И хотя Авраам, как человек, был очень слаб, но Бог был с ним, и он избрал его, и благословил его. И через него он произвел великий народ, израильский народ. Через этот народ пришел Мессия. Бог был с его потомками, с Исааком, Бог был с Иаковом, Бог был с Иосифом, Бог был с каждым человеком, который нуждался в поддержке. И сегодня я хочу говорить на такую тему: Эммануэль, с нами Бог. Мы много раз слышали это имя в Писании, что это одно из имен Мессии Ишуа. Когда мы читаем это в пророчестве Исаии, 7 главе, где написано, что Сын дан нам, владычество на раменах Его, и нарекут Его чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности. Его нарекут Иммануэль, с нами Бог. Приход Мессии Ишуа и был тем, что Бог пришел на землю, чтобы быть рядом с каждым человеком. В послании евреям написано, что мы имеем такого первосвященника, который может сострадать нам. Почему? Потому что он прожил точно такую же жизнь, как проживаем мы сегодня. Он прошел все трудности, искушения, предательства, которые проходим мы сегодня, каждый человек. И он знает нас, он знает, как нам помочь. Он знает, что такое страдать, он знает, что такое плакать, он знает, что такое быть преданным, он знает, что такое, когда издеваются над тобой, он знает, что такое несправедливость, и он знает, как тебе помочь, потому что он Иммануэль, с нами Бог. Он с нами каждый день в нашей жизни. Но знаете, наша жизнь, она похожа на то, как я сказал, когда нам поручают что-то особенное, что-то важное, что-то, может быть, иногда сильнее, выше всех наших возможностей. И иногда так похожа наша жизнь, когда нам бросают вызов, когда нам нужно сделать что-то невозможное для нас. Это может касаться призвания. Это может касаться служения, это может касаться бизнеса, это может касаться всей нашей жизни. У каждого есть свои вызовы, у каждого есть свои потолки, с которыми мы встречаемся в нашей жизни. И нам так нужна эта поддержка и так нужна эта опора. В книге «Исход» давайте мы прочитаем, когда Бог избрал Моисея, когда Бог призвал Моисея, чтобы вывести его народ из Египта. Давайте прочитаем эту встречу, в которой Бог обратился к Моисею. Исход 3 глава, 12 стих. «И сказал Господь Моисею: Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль от его представников. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли этой в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хетеев, амореев, ферезеев, гергесеев, евеев и иусеев. И вот уже вопль сынов Израиля дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают его египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону,
царю египетскому, и выведи из народа народ мой, сынов Израилевых. Мы видим и читаем здесь, что Господь призывает Моисея и поручает ему огромную, непростую миссию – вывести его народ из Египта и из рабства. И здесь мы видим и читаем, что Бог, Он перечисляет, что Он знает все сложности. Он видит, что их угнетают, что они вопиют к Богу. Он видит это страдание, Он сопереживает. И здесь я вижу в том, что Бог, Он знает нас, Он сопереживает нам. Он слышит наши сердца, Он слышит наш вопль. Он слышит и видит нашу иногда немощь. И Он идет к нам всегда на помощь. И дальше написано, Моисей говорит Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону, царю египетскому, и вывести из Египта сынов Израилевых? И здесь мы видим, что Моисей после 40 лет того, как он похоронил свое призвание, свою миссию, Господь, он помнит об этом. Потому что призвание, дары и призвание, как написано в послании к римлянам, Бог никогда не прекращает. Написано, дары и призвание не подлежат пересмотру. Бог не забыл Моисея, Бог не забыл о том призвании, которое было на Моисея, но изменился Моисей. Сейчас это был уже не тот сильный в своих силах, в своих возможностях Моисей. Сейчас это был смиренный и сокрушенный Моисей. Уже не было Моисея как Моисея, но был человек, который прошел смирение, прошел сокрушение, который, может быть, стал где-то в чем-то неуверенным, но Бог призывает его. Богу нужны смиренные, кроткие люди. Богу нужны люди, которые не будут уповать на свои силы, но которые будут нуждаться в его силе. И Моисей здесь говорит, кто я, чтобы мне идти? И вот послушайте, что сказал Бог Моисею. И сказал Бог, я буду с тобою, вот тебе знамение, что я послал тебя, когда ты выведешь народ мой из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. Посмотрите, что говорит Всевышний Моисей. Он говорит, я буду с тобою, и это тебе знамение, что я послал тебя. Ты выведешь народ мой, и вы совершите мне служение. Знаете, я прочитал этот стих на иврите, и я увидел здесь, что он звучит немножко по-другому. С одной стороны, слышится, когда Бог говорит, вот тебе знамение, и вы совершите служение. Кажется, что знамением для Моисея будет то, что они совершат служение, когда они уже выйдут. Но вы знаете, если поразмышлять, это уже не знамение. Когда это может быть совершиться, это уже не будет знамением. Но что было здесь знамением? Давайте я вам прочитаю перевод с иврита, как более точно звучит этот стих. И сказал Бог, я буду с тобою, и это тебе знамение или знак. На иврите это знак. Потому что я послал тебя, ты выведешь народ мой из Египта, и вы совершите служение Богу на этой горе. Здесь мы видим такую некую игру слов. Но если более точно увидеть, то Господь говорит, потому что я буду с тобою, и это тебе знамение, это тебе знак. Поэтому ты выведешь народ мой из Египта. В чем здесь является этот знак? А знаком является обещание Бога быть с Моше, с Моисеем. Он говорит, я буду с тобою, и это тебе знак. То есть обещание Бога, слово Бога, которое он сказал Моисею, что я буду с тобой, это и было знамением или знаком или подтверждением. И дальше написано, поэтому я послал тебя. Здесь видно в том, что здесь на самом деле, как упор идет не на самом Моисее, а здесь упор идет на самом Всевышнем, потому что он говорит, я буду с тобой, и поэтому я послал тебя.
И поэтому ты выведешь народ мой из Египта не сам Моисей, своей силой и своей там возможностями, своими знаниями, но именно это совершится, потому что Бог так решил, потому что Бог решил быть с Моисеем, и потому что Бог послал Моисея. То здесь мы видим центр на самом деле, это Всевышний и его обещание быть с Моисеем. И дальше мы читаем, что Моисей повиновался Господу, он пошел в Египет, он совершил много чудес, Бог совершил много чудес через Моисея. Он вывел народ, и это было подтверждением того, что Бог сказал: «Я буду с тобой». Уже не сам Моисей, а сам Бог совершал эти чудеса. Сам Бог вел Моисея, сам Бог направлял Моисея. Сам Бог привел суды на Египет. Сам Бог выводил народ Израиля. И он говорит: «Я буду с тобою». Это замечательная история, которую мы празднуем каждый Ниссан, каждый весну. Мы празднуем праздник Песах, выход из Египта. Но основной здесь упор на самом Египте, ой, на самом Всевышнем, простите, в том, что он сказал: «Мое слово, мое обещание быть с тобою будет являться для тебя знамением». Знаете, Писание говорит, что Бог не человек, когда он обещает, когда он говорит, он это совершает. Написано, люди могут что-то говорить, люди могут что-то обещать, но не исполнять. Сегодня много таких людей, они говорят и не исполняют, изменяют свои обещания. Но Бог, написано, если поклялся собой, если он сказал быть с кем-то, он обязательно будет. Что мы читаем дальше в следующей истории, которую я хочу зачитать вам? Это история, когда уже Израиль подошел к границе Ханаана, когда предстоит время перехода через Иордан. И Бог сказал Моисею, что он не войдет в землю обетованную, что его помощник Иисус Навин и Иошуа бен Нун, он поведет народ. И мы читаем во Второзаконии 31 главе, 8-23 стих. «И призвал Моше и Иешуа пред очами всех израильтян и сказал ему: будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом этим в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь на удел ему. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся». Здесь я вижу некую такую передачу благословения. Но это не просто, знаете, какие-то слова, какие-то хорошие обещания, какая-то поддержка. Вот я думаю, в чем бы нуждался этот молодой человек от более опытного служителя перед тем, как войти вот в служение. Для молодого человека, которому нужно было стать лидером, повести многомиллионный народ, это была очень сложная задача. Наверное, он бы нуждался в каких-то наставлениях от Моше, каких-то советах. Знаешь, нужно вот так поступать или вот так поступать. Может быть, он бы нуждался в стратегии какой-то, в каких-то планах, что нужно вот так вот двигаться, нужно вот так в эту сторону идти. Но посмотрите, что передает Моше Иисусу Навину. Он говорит ему: ты будь тверд, ты будь мужественным, и Господь пойдет пред тобою и сам будет с тобою. Моше передает ему самое важное, самое главное, в чем нуждался Иешуа в тот момент. Он нуждался в поддержке, он нуждался в опоре. И этой опорой для него стал сам Господь. Знаете, я подумал здесь, что как важно нам, нашим детям, передать то же самое.
Мы часто своим детям говорим, вот нужно жить так, нужно поступать так. Мы делимся своим родительским опытом из нашей жизни, что нужно так жить, нужно так поступать. Мы наставляем. Но я подумал, что как важно, чтобы наши дети, чтобы мои дети, они знали, они были уверены, они были убеждены, что Бог с ними, что Бог присутствует в их жизни, что Он идет с ними по жизни, что они не одни, они не сами в этом сложном мире, что Бог, Он находится рядом. И я подумал, это об этом важно говорить своим детям. Не советы, не мудрость, не стратегии, но именно о том, что главное, чтобы знал ты, убежден был, Бог с тобою, Он идет с тобою. И Моисей передает в это время Игоша, и дальше мы читаем уже в самой книге Иисуса Навина, Игоша Бен-Нун, Господь сам лично говорит Игоша, никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, как я был с Моше, так буду и с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Я представляю, как себя чувствовал в это время и сам Игоша, как расправились его плечи, как он почувствовал внутри себя такую силу, вдохновение, только от того, что сам лично Господь ему сказал, я буду с тобой, я не отступлю тебя, я не оставлю тебя. Друзья, как важно нам слышать эти слова сегодня. Как важно слышать это от самого Господа. Я буду с тобой, я не отступлю тебя, я не оставлю тебя. Никогда, ни в какое время, что бы ни происходило, какие бы ни были сложные обстоятельства, Господь говорит, я буду с тобой, и никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. Слава Богу! В книге Деяний, в книге Судей мы читаем, как Бог пришел к Гедеону. Что я вижу здесь снова? Я снова вижу призвание. Я снова вижу здесь призыв для служения, для спасения Израиля. Книга Судей 6:15-16. «И сказал ему, Господи, как я спасу Израиля? Вот и племя мое в колене Манасимом самое бедное, и я в доме отца моего младший». Так вот мы иногда себя чувствуем неуверенно, слабо, маленькими, ограниченными в этой жизни, когда нам нужно что-то сделать большое. Мы чувствуем вот такими, как Гедеон. Он сидел и прятался. Но Бог на нас смотрит по-другому. Господь, когда явился Гедеону, сказал, Господь с тобою, муж сильный. Господь с тобою, муж сильный. Так Бог смотрит на нас. Он смотрит на нас сильных и мужественных. И здесь, в 16 стихе, Господь говорит, «И сказал ему Господь, я буду с тобою, и ты поразишь мадитян, как одного человека». Ты поразишь мадитян, как одного человека, потому что я буду с тобою. И Гедеону еще несколько раз потребовалось подтверждение. Он просил Господь, подтверди мне вот так, подтверди мне вот так. И даже интересно, что Гедеон отправился в лагерь своих врагов, и там он услышал сон, который приснился его врагам, который говорил, что это меч Господа и Гедеона, который будет поражать мадитян. Представьте, Бог даже врагам стал показывать сны в том, что он находится с Гедеоном. И что он вместе с Гедеоном будет сражаться против них. Это так сильно, друзья. Это так нужно сегодня нам знать, что Бог с нами. Что Он сражается вместе с нами. Что не своей силой, не своей мудростью мы можем побеждать все наши трудности и обстоятельства. Но что силой Божьей, мечом Божьим мы можем сегодня поражать всех наших врагов. Слава Богу! Исаия 7:14 – это место, которое я вначале процитировал. «Итак сам Господь даст вам знамение, вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил».
Эль. Матфея 1:23. Апостол Матфей подтверждает это слово и говорит: а все это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануэль, что значит «с нами Бог». Ишуа – это и есть исполнение этого пророческого слова. Написано Иоанна, в Евангелии от Иоанна, Иоанн говорит: и в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Знаете, Бог не просто хотел незримо присутствовать здесь на земле. Он хотел быть рядом с нами. Он хотел почувствовать, что мы проходим, что мы чувствуем, как иногда нам сложно. И поэтому написано: Он стал по виду как человек, пришел в этот мир, чтобы быть рядом с нами, чтобы взять вместе с нами нас за руку и пройти этот путь, пройти вместе с нами и дать эту сверхъестественную силу, дать сверхъестественное помазание, мудрость, возможности, ресурсы для того, чтобы мы смогли прожить эту жизнь в победе. И вот очень интересный стих, он меня очень сильно ободрил. Я верю, что пророк Исаия пророчествовал для нас, для сегодняшних дней, этим стихом. Это Исаия 8 глава, 10 стих. Написано: «Враждуйте народы, но трепещите, и внимайте все отдаленные земли, вооружайтесь, но трепещите». Вооружайтесь, но трепещите. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Я верю, что это слово для нас, для нашего времени сегодня. Сегодня мы видим, как много есть замыслов, есть замыслов против Бога. Мы видим, как что-то происходит сегодня в мире, как враждуют народы. Мы видим, как эпидемия захватывает все больше и больше сейчас все страны. Кто-то говорит, что может быть это заговор. Мы не знаем. Возможно, это так и происходит. Мы видим, как то, что происходит очень сильно, касается сердец людей. Я вижу, как многие наполнены страхом, неуверенностью, как будто, знаете, выбивают такое основание или почву из-под ног. Никто не знает, что будет дальше. Но Господь говорит здесь, а Он ободряет нас. Он говорит: да, враждуйте народы, замышляйте замыслы. Что бы вы ни замышляли, что бы вы ни говорили сегодня, Господь говорит: для нас, с нами Бог. Он с нами в это время. Я вижу также, что здесь это пророческое слово касается Мессии, Ишуа, Его возвращения. Возможно, эти замыслы против самого Бога, против возвращения Мессии, в том, чтобы не состоялось Его возвращение, не состоялось в том, что многие люди узнают о Нем. Но Господь говорит, что бы ни замышляли народы, что бы ни замышляли цари, что бы ни происходило, какие бы войны, какие бы конфликты ни происходили, написано: с нами Бог. Его замысел, Его планы никто не сможет нарушить. И Господь говорит, что Он с нами, со Своим народом. Как Он был здесь, в этом пророческом стихе, Он был с народом Израиля. Что бы ни замышляли в то время против Израиля, Его план, чтобы снова Израиль вернулся в землю, чтобы снова была земля Израиля, чтобы был отстроен Иерусалим, никто не мог остановить. И это произошло. И точно так же сегодня никто не остановит планы Бога, чтобы народ Израиля вернулся в землю, чтобы его церковь, она была сильной, чтобы люди уверовали в Мессию Ишуа. Это никто не остановит, потому что с нами Бог, с нами Бог. Мне нравится очень известный псалом 22-й.
Написано, Давид говорит, если я пойду долиной тени смертной, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Ты со мной, Эммануэль. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Посмотрите, Давид прожил непростую жизнь. Давид прожил очень сложную жизнь. Он встречался с многими вызовами, трудностями, но он всегда помнил, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Если я пойду долиной тени смертной, не убоюсь зла. Не убоюсь зла. Друзья, хочу ободрить вас сегодня, не бояться никакого зла, не бояться никаких замыслов, доверять Богу, верить Богу, знать и твердо быть убежденным, что Он проходит вместе с нами. Сейчас эти времена, эти сложности, Он с вами в том месте, Он с вами в тех обстоятельствах, чтобы пройти их вместе с вами. И написано, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Я молюсь о том, чтобы Бог дал вам сейчас покой. Бог наполнил ваши сердца миром. Бог наполнил ваши сердца уверенностью, что вы пройдете, что Он вместе с нами. Я молюсь, чтобы просто Его поддержка была сейчас в вашей жизни, чтобы вы воспряли духом сейчас, в это время, и твердо стали на этом слове, и не боялись, двигались вперед, не смотрели на то, что происходит сейчас в мире, но смотрели и уповали на том, что Бог сейчас находится вместе с вами, а Он вместе с вами. Давайте прочитаем еще несколько интересных стихов, которые я обнаружил и которые очень сильно коснулись меня. Евреям 4 глава, со 2 стиха. «Поэтому будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенную верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих. И еще здесь сказано, не войдут в покой мой». Здесь говорится о вере, здесь говорится о народе, о первом поколении, который вышел из Египта и которое не смогло войти в землю обетованную. А не смогли войти почему? Потому что написано, не поверили, не растворили слово верой. Знаете, я размышляя об этом слове, думал и раньше думал о том, что они не поверили о том, что земля обетованная принадлежит им. Я думал о том, что они увидели великанов и сказали, мы не сможем взять. Это точно такое же мышление, как было у Гедеона. Я самый маленький, и племя мое маленькое. И где те все чудеса, которые были? Вот точно так же народ, он смотрел на землю обетованную. Он сказал, мы не сможем там войти, потому что там великаны. И они не вошли, они потеряли то, что хотел сделать Бог их в жизни. То, что, куда хотел Бог их привести и как их хотел благословить. Но размышляя об этом, я подумал, а чему же они не поверили? И я увидел самый главный смысл, чего они не поверили. Они не поверили в то, что Бог пойдет вместе с ними. Потому что, когда они смотрели на землю обетованную, они видели великанов, они сравнивали себя с этими великанами. И, другими словами, они уже ограничили себя и ограничили Бога в своей жизни. В чем их было неверие? Самое главное неверие было в их жизни в том, что Бог, Он идет вместе с ними. Что Бог вместе с ними идет, чтобы завоевать эту землю.
и не просто завоевать. Написано, что Бог уже дал им эту землю. Написано, это очень интересно, написано, что я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Посмотрите, написано, что все его дела были совершены, завершены еще в начале мира. Другими словами, Бог уже отдал им эту землю. Бог уже, другими словами, сказал, это ваше, я даю вам. Вам нужно только взять, но не своей силой. Я буду с вами, я буду идти вместе с вами. Я дам свою силу побеждать. И точно так же написано в Слове Божьем, что Мессия Ишуа был еще предназначен до сотворения мира. Еще до сотворения мира Господь, Он уже видел, что человек отойдет из-за своего греха. И Он уже приготовил жертву. И Он приготовил путь спасения. Поэтому написано, что Бог успокоился от дел своих. И в седьмой день Он успокоился. Он в покое. Он в покое. Почему? Потому что Он знает, что уже Господь отдал землю обетованную своему народу. Он в покое, потому что он уже знает, что Мессия уже принесен в жертву. Он уже знает и приготовил заранее план спасения, план решения для нас, для нашей жизни. Какие бы сегодня ни были обстоятельства, он уже все решил. Он уже все приготовил. Он находится в покое. И для нас это также, это слово, что нам необходим покой, нам нужна вера в том, что Бог, Он с нами. Он в этих обстоятельствах, и Он ведет нас к победе. Он ведет нас на злачные пажити. Он ведет нас к решению. Он есть наша дверь, Он есть наш выход в лучшее, в лучшее. Он есть наша защита, Он есть наша победа, друзья. Он есть наше спасение, Он наше Иешуа, да, Он наше спасение, слава Богу. И поэтому это очень сильные стихи, не вошли в покой из-за неверия. Друзья, нам нужно верить сегодня, нам нужно быть твердыми и убежденными, что Господь, Он вместе с нами. Он ведет нас в лучшее, Он ведет нас в большее, Он ведет нас к победе, Он ведет нас к чему-то большему в нашей жизни. Слава Богу! Поэтому, друзья, верьте, что Он с нами. Еще один стих, важный стих, очень ключевой стих. Матфея, 28 глава, 16 стих. Написано, перед тем, как Ишуа вознесся на небеса. Представьте себе, что, опять же, как пример, Моисею нужно было оставить народ Израиля, передать Иисусу Навину наставление. Мы читали, что он передал. Бог будет с тобою. И точно так же Мессия Ишуа, когда возносился, он дал наставление своим ученикам. Он дал наставление точно так же и нам. Это для нас сегодня эти слова. Матфея 28:16 написано. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Ишуа. И увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. Опять мы видим, да, среди учеников были те, которые поверили, те, которые поклонились, а были те, которые сомневались, несмотря на то, что они видели Ишуа, они продолжали сомневаться. Знаете, это так похоже на сегодня многих, они, может, читают Библию, они ходят в общины, входят в церкви, они слушают проповеди, но они смотрят на те обстоятельства, которые есть сегодня, они смотрят на то, что есть в их жизни. И с одной стороны верят, но с другой стороны в сердце так много сомнения. А может ли Бог мне помочь? А может меня Бог ли исцелить? А может это не для меня сегодня? А это было для того поколения, а это было для апостолов, а это может быть для других людей, но не для меня.
Мои обстоятельства самые сложные. Никто не может их изменить. Знаете, так много сегодня сомневающихся. И вот смотрите, что дальше говорит Ишуа своим ученикам. И приблизившись, Ишуа сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Ишуа начинает свое наставление с того, что он говорит: «Друзья, вся власть на небе и на земле принадлежит мне». Представьте, да, это вот как президент страны, самый главный главнокомандующий, у него вся власть, одним словом, одним приказом он может повлиять на любую сферу страны. Он может дать приказ, и армия, полиция, они сделают все, что он повелел. Почему? Потому что у него есть власть. И эта власть, она будет распространяться через то, что будет сказано только одно слово. И все будут выполнять этот приказ. Ишуа говорит: у меня вся власть на небе и на земле. Вся власть, духовная власть. И власть также здесь на земле, она принадлежит ему. Он управляет, друзья, всеми процессами. Всем, что происходит в этом мире, Господь, я верю, он контролирует. Все в его руках. И не только в его руках, но и в власти влиять. Но его власть проявляется там, где ему верят, там, где его приглашают, там, где ему дают место действовать. И вот дальше смотрите, что говорит Ишуа. «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». По сути, это поручение, это призвание, да, это то большое дело, которое Господь поручил своей церкви, своим верующим, когда вознесся, оставив их на земле. Поручил нам не просто, знаете, просто только работать, только просто в церковь ходить. Он поручил нам что-то большое. Он поручил нам благую весть. Он поручил нам идти, нести свет в этот мир. Людям, которые во тьме. Нести спасение, нести исцеление, нести надежду. Знаете, это очень большое призвание. Это очень большое поручение, которое не по силам нам, как людям по-человечески. Но это по силам самого Бога. И вот дальше, что он говорит, я прочитаю еще раз. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча соблюдать все, что я повелел вам». И вот, я с вами во все дни до скончания века. Амен. И вот я с вами во все дни до скончания века. Господь Ишуа снова говорит, подтверждает свое имя Иммануэль, с нами Бог. Он говорит: и вот я с вами во все дни, друзья. Во все дни, не по праздникам, не по шаббатам, не по воскресеньям, когда мы ходим в собрание, друзья. Во все дни, каждый день он с нами до скончания века, друзья. О, это так сильно, это так ободряет, меня очень сильно это ободряет, что он каждый день, он со мною. И он не просто сказал: знаете, ну, я просто с тобою, чувствую силу, чувствую уверенность. Знаете, он начал с того, что сказал: у меня вся власть. У меня вся сила, и поэтому я буду с тобою. Знаете, это на самом деле, я бы чувствовал себя, когда бы рядом со мной, к примеру, был вот президент какой-то страны, моей страны, сказал бы: знаешь, я с тобой, мои все ресурсы, они будут твоими также. Если тебе нужна будет помощь, ты только скажи мне. Я сразу же отправлю на помощь тебе, там, армию, полицию. Знаете, Ишуа сказал для нас, можно сказать, то же самое.
У меня все ресурсы, у меня вся сила, у меня есть власть. И поэтому я посылаю тебя. Мне нравится, как сказал Павел в Коринфянам, мы соработники у Бога. Мы соработники. Господь, по сути, Он взял нас в свою команду. Он взял нас в свое, призвал в свое служение. И не просто призвал, Он сказал, все мои ресурсы, вся власть, она принадлежит мне. Петру, когда он сказал, Петр, на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют. И я даю тебе ключи. Я даю тебе ключи. Что значит ключи? Это символ власти. Это символ власти. Господь дал церкви своей власть наступать на всю вражью силу. И Он сказал, я с вами во все дни до скончания века. Друзья, Он Эммануэль. Он с нами во все дни. И Он сегодня вместе с нами в это время. Поэтому нам нужно быть сильными. Нам нужно укрепиться. Нам нужно твердо стать на этом слове. В том, что Он с нами. У Него вся власть. У Него вся сила. И Он идет и ведет нас к победе. Слава Богу! Он Эммануэль. Поэтому, друзья, я благословляю вас. Я хочу ободрить вас. И хочу помолиться, чтобы это слово укрепило вас. Чтобы вы стали в своей жизни на этом слове. И были тверды, были убеждены. Чтобы вера в вашем сердце стала твердой. Чтобы вы взяли свою землю, которую ведет вас Господь. Господь, я молюсь сейчас за всех, кто будет смотреть это слово, это учение. Господь, я молюсь, чтобы Ты укрепил. Я молюсь о том, чтобы Ты подтвердил, Господь, что Ты есть Эммануэль. Ты с нами в это время. Ты проходишь все трудности, Господь, но Ты ведешь нас, Господь, в лучшее и в большее. Я молюсь, чтобы, Господь, ушел всякий страх, депрессия, неуверенность, но пришла твердая вера, пришло убеждение, Господь, чтобы каждый, кто смотрит, мог твердо стать на этом слове, Господь, и идти в своей жизни, не боясь тех событий, не боясь никаких обстоятельств, но твердо смотреть в будущее, твердо смотреть на Тебя, уповать на Тебя, потому что Ты уже все совершил. Ты Эммануэль, Ты с нами, Ты с ними сегодня. Благодарим Тебя, Господь. Друзья, спасибо, пусть мир Божий, шалом Божий наполняет вас в этот шаббат и каждый день. И помните, что Он с вами во все дни до скончания века. Шалом! Шалом алейхим, мир вам и благодать в Господе нашем Иешуа Мессии. И сегодня мы поговорим с вами о Рождестве.
только не о дате, когда оно произошло. Мы не будем касаться даты, мы будем говорить о факте, что же произошло в те дни. Поразмышляем с вами о еврейском Рождестве. Еврейское Рождество, знаете, для многих это такая же несуразица, как турецкая Пасха. Но мы, мессианские верующие, часто забываем ставить это слово «еврейское» перед словом «Рождество». К слову, так же, как многие христиане забывают, что на кресте Голгофы, на котором был распят Иешуа, Иисус Христос, было написано «Царь Иудейский», а не «Спаситель мира». Хотя по факту «Царь Иудейский» и является «Спасителем мира». Этот праздник незаслуженно отвергнутый многими мессианскими верующими христианами из других народов. И в подтверждении своего решения они приводят множество аргументов от исторических до теологических. Например, мне часто говорят, что Рождество – не еврейский праздник. И нам, евреям, не стоит обращать на это свое время, внимание, ресурсы. Говорят, это христианский праздник. А если копнуть поглубже, то и языческий. Но тогда извините, «Отче наш» — это какая, еврейская молитва или христианская молитва? Если подходить с таким подходом, то христиане молятся «Отче наш, сущий на небесах», забывая, что эту молитву дал Иешуа своим ученикам, когда они подошли и попросили «Научи нас молиться». Давайте посмотрим дальше. А Новый Завет — это книга евреев или книга христиан? Можно сказать, это книга для всех, однозначно. Это универсальная книга, это послание Бога, это послание Машеяха для всех людей. Но вспомните слова Иешуа: «Я прежде пришел к погибшим овцам дома Израиля». И вопрос у меня такой. Новый Завет — это еврейская книга? Хорошо. А рождение еврейского Мессии — это язычество? Факт того, что он родился, — это язычество или нет? То есть множество вопросов. Посмотрите, в еврейском городе Бейт-Лехеме, в Иудее, в еврейской семье Иосифа и Мирьям рождается сын. Его появление на свет предсказали еврейские пророки за многие тысячелетия до этого дня. Эти пророчества были записаны в еврейские священные книги Танах, и их зачитывали в каждой еврейской синагоге, как в Эрец Исраэль, так и в Галуте. Вспомните, когда так Андрей Первозванный, как мы его говорим, потому что он первый обратился к Иешуа, он приходит к своему брату Шимону, которого потом назвали Кефа, или Петр, и говорит: «Мы нашли того, о ком писали пророки, в Танахе». В Писаниях, в священной книге, в Торе мы нашли того. То есть, и смотрите, эти пророчества читали как в Эрец Исраэль, так и в Галуте. Об этих пророчествах знали все евреи. Кроме того, первым, кто поздравил родителей и нарожденного Мессию, были не языческие вохвы, как часто рисуют. Знаете, они стоят, склоняются, преподносят дары, А получается, все-таки еврейские пастухи и ангелы Божьи, да? Вам не кажется, что в этом всем, что я говорил сегодня и сейчас продолжаю говорить, очень много слова «еврейский», «евреи», «еврейском»? Итак, давайте мы откроем с вами Брит Хадаша и посмотрим, как же происходило первое Рождество. «Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость». Великую радость, которая будет всем людям. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Машиах Адунай, Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение».
Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидевшие, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. Это благая весть от Луки, 2 глава, 6-17 стих. Да, я могу согласиться с вами, что Рождество не является праздником Господним из списка Левит 23, а исторический, и он установлен людьми. Но давайте будем честны, Ханука, которую мы, мессианские евреи, празднуем со всем ортодоксальным и светским Израилем, далеко от предписаний Торы и того же списка Левит 23. Это талмудический праздник, установленный Маковеями, насаждаемый Саддукеями и вышедший во многом благодаря первым мессианским евреям. В Торе, даже в Танах, нет предписания соблюдать Хануку. Нет в Новом Завете и в посланиях апостолов указаний праздновать Рождество. Возникает дилемма. Мы охотно празднуем Хануку, которую установили Саддукеи, и отказываемся от Рождества еврейского Мессии. Буквально, мы не против, что он родился, но мы сегодня к этому факту не имеем никакого отношения. Вы празднуете и празднуете, и все. И существует такая тенденция, когда христиане, которые против Рождества, начинают, ну, как дня праздника, начинают обвинять и судить тех, кто делает это. Мессианский раввин, один из тех, кто стоял у истоков современного мессианского движения, Дэн Джастер, в статье «Ежегодная дискредитация Рождества» отвечает на подобные обвинения. Итак, очень скоро на нас навалятся интернет-статьи, YouTube-учения и посты в Фейсбуке, рассказывающие нам, насколько ужасно то, что христиане празднуют Рождество 25 декабря как день рождения Иешуа. И в католической церкви проводят причастие, мессу, празднуя его рождение или мессу Христову. Нам скажут, что это язычество, пятно на вере, синкретизм. Все это исходит от неевреев, которые принимают свою собственную интерпретацию возвращения к еврейским корням. Многие мессианские общины не придают особого значения Рождеству в своих общинных празднованиях. Они позволяют своим членам праздновать его в соответствии с тем, как подсказывает им совесть. Но поскольку они ориентированы на евреев и считают, что Иешуа на самом деле родился не 21 декабря, они не включают Рождество в свой религиозный общинный календарь. Нападающие на Рождество утверждают, что 25 декабря выбрано из-за языческой связи с Солнцем, митраизмом и так далее. Я действительно считаю, что это неверная дата. То есть Джейн Джастер говорит, я считаю, что 25 декабря – это неверная дата. Кроме того, евреи праздновали чудесные события, а не дни рождения. В первом веке евреи великим чудом могли считать зачатие от Святого Духа. Я согласен с консенсусом некатолических учителей Библии по поводу того, что его рождение могло произойти осенью, возможно, на Суккот, праздник кущей. Но, как я уже говорил, смысл той или иной практики зависит от определения тех, кто принимает ее. Еще раз, смотрите, смысл той или иной практики зависит от определения тех, кто принимает ее. Вот и все. То есть я праздную Рождество или я не праздную Рождество, я праздную его почему или я его не праздную почему, это, скажем, личное дело тех, кто это делает. Церковь не чествует языческих богов или нечто человеческое, или языческое. Большинство из нас, мессианских евреев, радуются тому, что мир празднует рождение величайшего еврея в истории. В посланиях Ребе Шауля, апостола Павла, мы видим позицию по отношению к празднованию тех или иных дней, принятых в общине Божьей. Это послание к Римской церкви, 14 глава, с 5 по 10 стих. «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступает по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли мы, для Господа живем. Умираем ли, для Господа умираем. И потому живем мы или умираем всегда Господний. Ибо Машиах для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми.
А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Мессии. Заметьте, важно не празднование или не празднование, а не осуждать тех, кто не думает и не делает, не поступает, как ты. Я еще раз повторю, важно не празднование, а не осуждение. То есть осуждать — это плохо. Итак, теперь давайте я еще одного вопроса коснусь. Говорят, вот евреи не празднуют дня рождения. Ну, не празднуют дня рождения своих духовных вождей. Эта практика идет на протяжении тысячи лет. Разрешите с вами не согласиться. Ну, например, в Хаббат. Ну, вы знаете, да, что такое Хаббат? Это такое одно из ответвлений хасидского иудаизма. И там неправильные, наверное, евреи. Ну, они не знают эту истину, которую только что мы слышали, что евреи не празднуют дня рождения или там день рождения своих вождей. Просто делают все наоборот. Заходим на сайт Mashiach.ru в раздел «Календарь», открываем месяц Нисан и читаем. В наше время день рождения Любавического Ребе, Шлита, короля Машиаха, отмечается во всем мире. Еще раз. В наше время день рождения Любавического Ребе, Шлита, короля Машиаха, отмечается во всем мире. Дня рождения отмечается во всем мире. Но евреи же не празднуют дня рождения. Но дня рождения духовных вождей. Что-то тут не то. Праздничные собрания и застолья происходят во всех концах мира. Странные евреи. Они точно не знают, наверное, что евреи не празднуют дни рождения. Или празднуют. А если празднуют, то почему? Ответ мы находим на сайте Jewish.ru. Итак. День рождения Ребе не просто событие в жизни одного человека, касающееся только его лично. Совсем наоборот. Само слово Ребе, Рейш Бейс Йод, является акронимом своего рода поперечной расшифровкой еврейских слов Рош Бней Исраэль, глава еврейского народа. Голова – нервный центр, контролирующий все тело. Она позволяет всем органам и всем частям тела действовать подобно единому целому. Кроме того, Ребе – это трепетная душа, живущая ради того, чтобы понимать другие души и объединять их между собой. Вот почему день рождения Ребе касается нас всех. Оказывается, любавические хасиды считают, что день рождения Ребе Шнеирсона, то есть они пишут Ребе, конечно, с большой буквы, не просто событие, которое касается его личной или одного человека. Оно касается всех нас и имеет глубокое духовное значение и, как цитирую, объединяет души евреев в одно целое. Если бы я не читал это на еврейском сайте ортодоксальных евреев, то мог бы заподозрить автора в том, что он скрытый отступник или тайный мессианский верующий. Ведь эти строчки напоминают нам изречение еще одного раввина из города Тарса по имени Шауль. Послание к римской церкви, 12 глава, 5 стих. «Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». И послание к Ефесской общине, 4 глава, с 15 по 16 стих. «Но говоря истину в любви, все возрастали в того, который есть глава, Хамашиах, Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Ребе из Назарета, наверное, надо было родиться в Любавичах, а не в Бейт-Лехеме. Хасиды любят своего раввина, его день рождения для них особенный день. Никто из них не ставит под сомнение, что в этот день надо устроить праздник. Многие последователи Ребе из Назарета сомневаются, а надо ли оно. Евреи не празднуют дня рождения. Еврейский мессия родился в Бейт-Лехеме, как и было предсказано пророками древности. Великая тайна благочестия открылась нам в младенце. То, что не вмещало наш разум. Изначальный Бог явил себя во плоти. Первое послание Тимофея, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословное великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах и принят верою в мире, вознесся в славе». Он пришел в этот мир восстанавливать разрушенное, соединив в себе видимый и невидимый мир, разрушая преграду, которая возникла в результате грехопадения
которую воздвиг первый человек. Интересная история, рассказанная евреем-христианином Рихардом Вумбратом о том, как праздновали Рождество евреи-христиане в общине Божья Любовь в Бухаресте в дни, когда шла Вторая мировая война. Это история взята из книги Рихарда Вумбрата «Христос на еврейской улице». Итак, в ту ночь Альба и ее собратья расклеивали на стенах домов и на заборах листовки, призывавшие евреев принять христианство. Холодными зимними ночами они развешивали плакаты, на которых крупными буквами было написано «Рождество – национальный еврейский праздник». А под этим следовал текст, в котором говорилось, что каждый народ с радостью празднует дни рождения своих великих людей, гордости нации. В Рождество родился величайший человек, перед которым преклоняются и которого прославляют все народы мира. Он был рожден евреем. Ныне все народы почитают величайшего из евреев, и только сами евреи остаются равнодушными к тому, кто в Библии назван славой народа Израиля. Это очень интересное свидетельство, которое мы можем увидеть. Почему? Потому что первые общины христиан, которые возникли на территории бывшей Российской империи, то есть это Украина, Беларусь, это Молдова, это Венгрия, хотя Венгрия не являлась частью Российской империи, Польша, они праздновали Рождество и видели в этом празднике больше того, что видим сегодня мы. Почему? Потому что они были воспитаны в традициях раввинистического иудаизма. Они были воспитаны в духе Торы. И для них пророчества, которые говорили о Машиахе, были важны. И когда они познавали Господа, когда они входили вот именно в полноту веры, они принимали... Они видели вот эту неразрывную связь, Рождество, исполнение пророчеств. И дальше они видели Голгофу, они видели искупление. И смотрите, я еще раз процитирую Брит Хадаша, я процитирую Евангелие от Луки. «Тогда в Иерусалиме был человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святой был на нем». Очень интересно. «И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Машиаха Адоная, то есть Христа Господня. И пришел он под вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иешуа, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Очень интересные слова. Заметьте, он берет этого младенца и говорит: «Ибо видели очи мои спасение твое». Какое спасение в этом младенце? Но он видит больше, чем видят другие. Он уже видит будущее. Он видит эту жертву, которую совершает Иешуа. Он видит эту добровольную жертву, Голгофу, крест, на котором распят Агнец Божий. И он говорит: «Который ты уготовил перед лицом всех народов». То есть он говорит о всех народах, свет к просвещению язычников. То есть для тех, кто не знает, еще не знает, кто такой Господь. И славу народа твоего. Слава народа твоего. То есть он говорит, что Иешуа – это слава Божьего народа. Иосиф же и Мария дивились сказанному о нем. Многие тоже сегодня очень дивятся этому. «И благословил их Симеон и сказал Марии, Мирьям, матери его: «Се лежит нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Итак, я еще раз хочу отметить, что слава народа Израиля и просвещение народов, которые не знали Бога. Он родился не просто, мы празднуем не просто день его рождения. Потому что на самом деле, если бы это было важно, мы бы знали этот день рождения. Но мы празднуем очень важный момент.
мы празднуем факт Его воплощения. Потому что Он был еще задолго, Он пришел в этот мир, Он воплотился. Он не просто родился, как знаете, говорили гностики. Почему, например, Рождество было вот, начали праздновать, скажем, в первой церкви? Просто в то время было такое учение гностицизма, что Иисус, Он был рожден грешником, Он был грешной тварью, плотью. А то, что на Него сошел Дух Святой, вот это сошел на Него Христос. И потом, когда Его распяли, на теле вообще умирала плоть, а Христос был вознесен на небо. То есть они отрицали вот это рождение, они отрицали Бога, вот это Богоявление, они отрицали воплощение Бога на земле. И поэтому первые церкви, они пытались это делать. И мы не знаем точно вот именно даты, когда это происходило, но, насколько известно, это происходило намного задолго до Никейского собора. Уже где-то второй век, середина второго века в египетских церквях, в сирийских вот этих церквях. То есть, и это было немножко не такое Рождество, как мы сегодня, когда люди поклоняются младенцу, люди поклоняются, ставят вертепы, делают определенные какие-то непонятные вещи, потому что многие неправильно смотрят на само Рождество. Я хочу еще привести одно свидетельство одной женщины, мессианской еврейки, жены Розенберга, Леона Розенберга, Фани Розенберг, которая была воспитана тоже в духе традиционного ортодоксального иудаизма, которая любила Бога. И когда Леон, познав истину, принял Господа, и когда Бог соединил сверхъестественным образом их семью, которую хотели разрушить, потому что считали, что, ну знаете, есть традиция, что если человек принимает Господа в те времена, во всяком случае, в ортодоксальном мире, человек принимал Иисуса, становился христианином, вплоть до того, что его объявляли умершим, делали такие как похороны, отпевали, садились, делали шиву, а его жена получалась, что вдовой, и поэтому она имела право развестись с ним и, ну, как бы получала свободу и выйти замуж второй раз. И вот это произошло соединение, все-таки Бог не дал, она пришла к своему мужу, и она была с ним рядом. И вот что произошло, это тоже было время Рождества. В своем ничем не объяснимом горе она, Фани Розенберг, воззвала к Богу. Однажды муж нашел ее в слезах и спросил об их причине. Она ответила, всхлипывая: «Я хотела быть согласна с тобой. Я взывала к Богу Авраама, Исаака и Якова, просила его открыть мне истину о том, действительно ли Иешуа наш Мессия, но все напрасно. Бог не отвечает мне. Я мучаюсь от внутренней борьбы, и расстояние между мной и Машиахом Христом все время только увеличивается. И смотря на тебя вблизи, я должна признаться, что я завидую тебе. Вера оказывает на тебя такое благотворное влияние. Она делает тебя совершенно не таким, как все другие молодые евреи, которых я знала в прошлом. Меня поражает твоя радость и твое счастье, но в душе, в тайне души я боюсь, что с твоим умом что-то не в порядке. Я не понимаю, как ты можешь исповедовать веру в распятого младенца Иисуса». Леон попросил ее признаться откровенно, что она имеет против Мессии, о котором он уже доказал ей, что он есть исполнение всех исполнений пророчеств Танаха. Она воскликнула: «Я не вижу ничего общего между обещанным Мессией и младенцем Иисусом, о котором говоришь ты». Упор, который она сделала на слове «младенец Иисус», вызвал вопрос в уме Леона, и он попросил Фани объяснить, что она имеет в виду по таким пониманиям Иисуса. Она не сразу ответила, но молчать тоже не могла, и потому сказала: «Каким образом малое дитя на руках у матери может быть принято за нашего царя Мессию после того, как оно было убито? Вера Кушнир, жизни лишь одна». То есть, посмотрите, неправильное понимание Иешуа. То есть, как Мессия может быть таким маленьким младенцем, причем еще убитый? То есть, в основном очень много невежества, в основном очень много незнания, в основном очень много вопросов, которых нет. Люди не знают просто, о чем идет речь. И, к большому сожалению, для многих Иешуа так и остается младенцем, который лежит в яслях.
вечным младенцем в эпоху рождественских скидок. Иешуа рождается в историческом прошлом, но он так и не рождается в будущем в сердце такого человека. Его рождение буквально исполнило слова, сказанные Симеоном Марии в Иерусалимском храме. «Се лежит нападение и восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». В рождении Иешуа воплощается вера многих поколений, которые ожидали его приход, его воплощение на земле. Само его рождение – это начало искупления, которое было до сотворения мира, и кульминация которого была на Голгофе. Если мы не видим в Рождестве ожидания креста, а в младенце Иешуа, который именно того, того Иешуа, который в будущем молился в Гефсиманском саду и просил у Господа, да минует чаша сия меня, но не моя воля, но твоя. Это было перед его самым главным подвигом на Голгофе. То нам, наверное, необходимо еще раз и еще раз перечитать первоисточник и поразмышлять об этих событиях. Смотрите, мы часто видим то, что мы хотим видеть, или то, что нам навязывают, или то, что другие хотят, чтобы мы видели. Но все нужно проверять Писанием, все нужно открывать первоисточники. В нашем случае это Тора, в нашем случае это Танах, в нашем случае это Брит Хадаша. Мы видим в Иешуа исполнение Божьих пророчеств. Мы видим в его рождении исполнение Божьих пророчеств. Мы видим то, что Бог... Помните, как он говорит, что пророки и Писание говорят обо мне. Изучайте Писание, и они откроют вам разум к понятию и принятию его. Потому что очень часто мы живем какой-то традицией, мы живем мультиками. Когда приходят волхвы и приносят дары. Но мы забываем, если брать Писание, что вначале они пришли в Иерусалим. Они пришли в Иерусалим, спросили у Ирода, где родившийся царь иудейский, после чего тот пришел в ужас, потом весь народ пришел в ужас, и потом волхвы были вынуждены уйти тайно, потому что они понимали, что Бог их предупредил. И звезда, которая появилась снова и повела их к тому дому, где находился Иешуа, еще маленький младенец, и они уже тогда поклонились. Это прошло время, это не было сразу. Еще очень интересный момент, который я буквально узнал вот перед этим уроком. И есть такое, что и ты, Вифлеем, Ефрафа. И, ну, когда я не обращал на это внимания, но вот в результате одного разбора слово, в результате, скажем, проповеди на шабатнем служении, я вдруг понял для себя и увидел интересный момент. Что такое Ефрафа? Ефрафа — это поле Давида, которое он посвятил Богу, он отдал это в храм. И на этом поле пасли овец. Интересно, да? В пастухи были где? В поле. И что происходило дальше? А происходило то, что на этом поле брали этих ягнят для жертвы. Понимаете, их спеленали, их перед тем, как нести их, их пеленали и ложили в ясли. Приходили священники, брали их и на руках несли их в храм. А вот эти пастухи, которые, это были храмовые служители, которые смотрели за этим стадом. То есть, знаете, говорят, это были какие-то, возможно, и так, малограмотные, но на самом деле это были люди, которые участвовали даже в таком плане в богослужении. Они видели вот этого маленького ягненка, лежащего в яслях, и они понимали, что происходит. И вот к ним приходят ангелы и говорят, вы найдете младенца, который лежит в пеленах и в яслях. То есть вы понимаете, как интересный момент, что Бог показывает. Уже в этом он показывает, что будет дальше. Этот младенец призван для великой цели, чтобы стать искуплением. То есть его жизнь — это жизнь искупления для многих людей. Самые разные люди преклоняются перед Иешуа и входят в его царство. Слепые
Люди, безнадежные преступники, безымянные рыбаки, грешники, опозоренные, парализованные, изгои общества, женщины с дурной репутацией, одержимые бесами, неудачники, непривлекательные и неуместные люди двигались сплошным потоком, чтобы поклониться ему. Это имеется в виду во время всей истории, истории человечества, которое произошло именно тогда. Потому что, еще раз, рождение этого младенца, оно... Воплощение Иешуа на земле разделило время на «до» и «после». «До» — это было до его рождения. «После» — это наше время. «После» — мы живем в этом времени, мы живем в отголосках этого прошлого. Мы живем сегодня в настоящем, которое становится будущим. И смотрите, они шли, чтобы поклониться ему. В то время, как находящиеся в комфорте и уюте, хорошо себя чувствующие, религиозные, апатичные оставались в стороне. Смотрите, мы открываем книгу пророка Йешаяху, и мы видим его призвание, рождение этого младенца, воплощение Иешуа на земле. Потому что, как говорит Фани, говорила Фани своему мужу, «Я не понимаю, я не вижу нашего Машеха в этом младенце». Я не вижу в нем, но мы видим, потому что мы видим, что происходило дальше. Бог должен был прийти в этот мир. Помните, когда он приходит и говорит, что надлежит сыну человеческому пострадать, да, и быть отвергнутыми и священниками, и старейшинами, и быть распятому, и умереть в Иерусалиме, и воскреснуть на третий день. И ученик Иешуа, Шимон Кефа, который перед этим сказал ему, что ты Машиах, Сын Бога Всевышнего, говорит ему, да запретит тебе Бог так делать. На что Иешуа говорит, ты не знаешь какого духа, отойди от меня, противник, отойди от меня, сатана. Всему надлежит дело, я для того пришел. Я для того пришел в этот мир, чтобы совершить вот это великое искупление, совершить эту великую победу. Я воплотился в этот мир для того, чтобы изменить жизни многих людей, чтобы многие люди, как говорил Симеон, чтобы вот этот свет познания Господа Бога вошел в языческие народы, и чтобы это стало славой народа Израиля. На Голгофе было написано «Царь Иудейский», на кресте Голгофы. Они говорили, те, кто был против, «Напиши, он называл себя царем иудейским». Что Пилат сказал? Нет, все человек. И написал. И там написали его вину. Царь иудейский. Интересный момент. Очень интересный, потому что пророк Йешаяху в 53 главе говорит о его призвании. Он говорит о том, кто будет этот Машиах, кто будет этот младенец, кто будет этот Христос, что должен сделать Иешуа. Итак, кто поверил услышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел перед ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его. И не было в нем вида, который бы привлекал нас к нему. Он был презрен и умолен перед людьми. Муж скорбей и возведавший болезни. А мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали... Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но изъявлен был за наши грехи и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего на нем, и ранами его мы исцелились. Или еще буквально мы исцеляемся, мы продолжаем исцеляться. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь положил на него грехи всех нас. Очень интересно. Мы смотрим порою на Рождество, и мы бьемся за даты. Мы кричим, вот это не то время. Мы говорим, вот это язычество, елка это язычество. А вы знаете, что гирлянды, которые на них вешали, это кишки, которые вешали во времена, там кельты вешали. А вы знаете, что Дед Мороз это карачун, бабай. Послушайте, я не знаю. Я знаю, что родился Машиах.
Я знаю, что мой Спаситель жив. Я знаю, что это еврейское Рождество. Еврейское Рождество, потому что родился еврейский Машиах, обетованный еврейскими пророками, обетованный Богом Израиля, Богом, который говорит: «Я Бог Авраама, Ицхака и Якова». Бога Израиля. Он говорит: «Я Бог этих людей, я Бог тех, кого никто, может, сегодня не ставит в том положении, в котором я их ставлю. Я Бог, который пришел в этот мир. Я воплотился, чтобы совершить невозможное людям. Потому что что невозможно людям, то возможно Богу». И мы видим, да, ад, где твоя победа, смерть, где твое жало? Он победил смерть, смертью смерть попрал. Но для того, чтобы победить смерть, он должен был родиться. И больные грешники, идущие к нему, знали, что они должны идти. Кому бы еще идти? Вся история, все Писание, вся истина, красота и благость, все, что было необходимо, вело их к нему. Он был и есть радостью для всех, кто устал от своего греха, устал от этого падшего мира, устал от жизни без него. Иешуа, царь, которого мы и представить себе не можем, Иешуа, достойный всего нашего поклонения, пришел в этот мир, помазанный Богом, необходимый человеку. Его проявление все еще является жизнью и миром для всех, кто верит в него и ожидает его возвращения. Придите и поклонимся ему. Это очень удивительные слова. Поклонимся царю царей. Я не говорю вам сегодня, что я согласен с Дженом Джастером, что, вероятно всего, его воплощение, его рождение не было именно 25 декабря или там 6 января, как это календарный, ну, из-за календарей связано. Я считаю, что неважно, когда он родился, на Суккот или в промежуток между Суккотом и Ханукой, или на Хануку, неважно. Важно то, что он родился. И если сегодня весь мир празднует рождение еврейского Мессии, и в этот день традиционная церковь принимает это за то, мы можем вносить эту жизнь в эти дни. Мы можем говорить о нашем Машиахе, мы можем показывать, кто он? Мы можем говорить о славе народа Израиля, потому что он слава народа Израиля. Мы можем говорить о просвещении язычников, потому что главное — это не шопинг, главное — это не Санта-Клаус, главное — это не рождественские истории, это дух Рождества, как говорят, знаете, вот это. Нет, главное — Руах ха-Кодеш, Дух Святой, который был на Симеоне, через которым, посредством которого он говорил эти великие слова. Вот что главное. Наш упор как мессианских евреев, вероятно, в том, чтобы приносить свет во тьму, показывать истину там, где ее, может, и нет, а может быть, есть какие-то осколки этой истины. Мы можем сегодня говорить об этом, мы можем не стыдиться этого, потому что многие, которые осуждают других, знаете, они впадают в другую крайность. И Писание говорит: кто ты, что осуждаешь чужого раба? Кто ты? И каким судом судишь, таким и судим будешь. Вот в чем идея. Послушайте, мы можем радоваться и веселиться. Мы можем воздавать ему славу. Мы можем воздавать ему хвалу. Смотрите, ангелы небесные, они радовались, они ликовали. Это было удивительно, потому что они были видны, они явили себя в этот мир. И эти пастухи, которые пасли стадо, они видели этих ангелов. Они слышали их. Они слышали, что говорит Бог. Они радовались. Это были еврейские пастухи. Первое Рождество праздновали еврейские пастухи, ангелы Божьи, Мария, Иосиф и сам Господь Бог. Бог Авраама, Ицхака и Якова. Вы понимаете? Это метафизика, можно сказать, как же он праздновал, как же он мог. Мы придем когда туда наверх, когда мы придем в небесный Иерусалим. Я думаю, вы сможете задать ему этот вопрос. Вы сможете спросить его: послушай, почему это не соответствует этому, а вот это не похоже на то. Мы живем сегодня верой.
верой в еврейского Мессию. И этот младенец, мы не поклоняемся младенцу, мы не поклоняемся дате, мы радуемся факту, тому факту, что он родился. Вот это мое сегодня, наверное, вот то, что я хотел бы сегодня, наверное, донести больше всего. Больше всего я хотел бы донести, чтобы мы, отбросив в сторону разногласия, смотрели на него. Потому что его рождение – это в будущем крест Голгофы. В будущем – это его воскресение в Песах. И сегодня – это спасение, это вхождение в эту благодать. Вот что важно. И многие евреи, христиане, которые познавали эту истину, они шли за ним. И они проповедовали его слово. Многие евреи, христиане проповедовали слово в Бразилии. Соломон Гинзбург, которого называют апостол Павел Бразилии. Епископ Шанхая Щедровицкий, который перевел на язык мандарин Новый Завет. Многие другие. Йосиф Рабинович, который был одним из первых тех, кто начал мессианскую синагогу, еврейскую христианскую церковь, и он перевел на идыш Новый Завет, и много-много таких разных имен, о которых мы с вами, может, и не слышали, но которые оказали важное, важное, очень важное влияние на многих других людей. Тех, кто пошли, тех, кто начали делать, те, кто начали доносить благую весть. Понимаете, его рождение изменило этот мир. Его рождение, его воплощение здесь, на земле, совершило невозможное. И мы сегодня можем войти в эту радость, а можем стоять в стороне и говорить: «И что? Празднуете? Анафема вам! Как вы посмели? Это грех!» Я не согласен с таким мнением. Если вы не хотите ставить елку, не ставьте ее. Если вы не хотите петь рождественские гимны, не пойте их. Не осуждайте других. Откройте Писание и прочитайте Луки, 2 глава, 16-6 стиха. «Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, не бойтесь». Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. И это великая радость, что Машиах, он пришел в этот мир, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Машиах Адунай, Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем и в Вифлеем посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Ну что я могу сказать? Не бойтесь. Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость. Машиах воплотился. Он родился. И сегодня он продолжает жить. И он грядет. С праздником тех, кто празднует. И мудрости для тех, кто не празднует. Да благословит вас Господь Иешуа, наш Царь, наш Мессия. Шалом.
Шалом! И сегодня мы поговорим на такую тему, как истинность пророчества. Почему это важно? Что это такое? И действительно, я хочу вам показать это на примере еврейской традиции, еврейского взгляда на пророчество как таковое и чем истинное пророчество отличается от ложного. Кроме того, мы рассмотрим еще разные категории и степени пророчеств и как это вообще работает. И я хочу все это вам показать и предоставить на основании книги Раби Иосифа Альба, которая называется «Книга основ». И начнем мы, пожалуй, с Евангелия от Луки, в котором есть эта взаимосвязь и есть та идея, о которой мы будем говорить сегодня. И это место, оно посвящено встрече по дороге в Эммаус. С 13 стиха, 24 глава Евангелия от Луки. «В тот же день двое из них шли в селение Эммаус, находившееся в 12 километрах от Иерусалима, и разговаривали обо всем случившемся. Пока они рассуждали, подошел Иешуа и пошел вместе с ними, но что-то мешало им узнать его. Он спросил у них: „О чем это вы говорите между собой в пути?“ Они остановились, лица их были печальны, и один из них по имени Клеопа отвечал ему: „Неужели из всех находившихся в Иерусалиме людей ты один не знаешь о событиях, происходивших там в течение последних нескольких дней?“ „О каких событиях?“ спросил он. Они сказали ему: „О том, что было с Иешуа из Назарета. Он был пророком и доказал это словом и делом перед Богом и всем народом“. Здесь я хочу остановиться и действительно еще раз сакцентировать внимание на этом ответе, на этой фразе Клеопы, ученика Иешуа Мессии. Он был пророком и доказал это словом и делом перед Богом и всем народом. Я хочу, чтобы вы где-то запомнили или записали эту фразу, потому что действительно пророк, он должен доказывать, это его функция. Но об этом мы поговорим чуть позже. Наши руководящие каганим и начальники отдали его на смерть и казнили на стойке как преступника, а мы надеялись, что он освободит Израиль. А сегодня третий день с того времени, как все это произошло, и этим утром некоторые женщины сильно нас удивили. Рано утром они были у гробницы и не нашли его тело, и, вернувшись, сообщили, что видели ангелов, которые сказали, что он жив. Некоторые из наших друзей отправились к гробнице и обнаружили, что все в точности так, как сказали женщины. Его же самого они не видели. Он сказал им. Он, это Иешуа, сказал вот этим двум своим ученикам: глупые люди, не желающие поверить всему тому, что говорит пророк. Тут тоже мы встречаем эту фразу. Глупые люди, не желающие поверить всему тому, что говорил пророк. Разве Мессия не должен был так умереть, прежде чем войти в славу? Затем, начиная с Моше и из всех пророков, он объяснял им сказанное о нем в Танахе. И другое место, которое действительно показывает нам важность того, что было написано в Танахе пророками, и насколько это важно для того, чтобы мы видели этот Божий путь, этот путь спасения, который начинается от спасения еврейского народа и заканчивается спасением всего человечества. И в данной ситуации это место, это книга «Деятельность» или «Деяния», 28 глава. Рав Шауль находится в Риме, и он собирает там
самых известных местных еврейских руководителей, которые должны к нему прийти. И вот 17 стих, он говорит, что через три дня Шауль созвал на встречу местных еврейских руководителей. И он начал с ними беседовать, рассказывает те новости, которые были в Иерусалиме, и при этом в дальнейшем он опять-таки назначает им определенный день. И 23 стих говорит: «И так они назначили день, и огромное их число пришло туда, где он жил». С утра и до самого вечера он объяснял им суть данного вопроса, предоставляя веские свидетельства о Божьем Царстве и убеждая их о Иешуа с помощью чего? С помощью Торы, Моше и пророков. Некоторые его слова показались достойными, некоторым его слова показались достойными доверия, другие же отказывались верить им. И так они разошлись, споря друг с другом, после того, как Шауль сказал напоследок: «Руах ха-Кодеш был прав, когда обращался к вашим отцам через пророка Ишаягу». И тоже отдается пророчество. Пророчество, которое, по сути, было исполнилось и является тем основной целью, для чего и была написана книга Деяний, показывая, как благая весть распространяется от Иерусалима и до концов земли. И при этом язычники принимают ее. И вот в этом контексте довольно интересно увидеть, что очень часто мы обращаемся к Торе, мы обращаемся к пророкам. И действительно, можно сказать, что если обратиться к Танаху и увидеть тех пророков, которые описаны в Танахе, то мы увидим, по сути, что бывают пророки разные. И бывают лжепророки, и бывают такие, которые вроде как бы были пророками в одно время, но в другое время они перестали быть пророками. И где нам увидеть эту степень, где эта истинность пророчества? Как ее определить? И вообще, что такое пророчество? Для чего оно нужно? Как оно нам может помочь в нашей жизни? Действительно, мы видим, что Тору мы можем понять только тогда, в той полноте, которая нам непонятна, когда нам разъяснят ее пророки. И, собственно говоря, это ихняя отчасти и миссия. Но теперь хочется обратиться к книге Иосифа Альба и показать в том, что же такое, в чем сущность пророчества и его польза. Интересно то, что он говорит о том, что у пророчества есть свои уровни. По сути, он эти уровни сравнивает с уровнями развития и роста самого человека. Итак, первый этап развития человека – это ощущение. Что это говорит? Только что родившийся младенец совершенно лишен каких бы то ни было понятий. Первые впечатления, которые он получает от мира, это сведения, сообщаемые ему пятью чувствами – осязанием, вкусом, обонянием, слухом и зрением. Однако и эти сведения он получает не все сразу, а постепенно. Причем первыми – те, которые доставляют ему самое глубокое и примитивное из его чувств – чувство осязания. Младенец постигает различия между холодом и теплом, между сухим и мокрым, между мягким и жестким и так дальше. А когда пройдет еще некоторое время после его рождения, ему станет доступным чувство более тонкое и более возвышенное, а именно чувство обоняния. И он научится отличать приятные запахи от неприятных. Затем приходит очередь слуха, чувство еще более тонкого и благородного, позволяющего не только улавливать самые разнообразные звуки, но и различать множество их оттенков. И, наконец, ребенок овладевает самым тонким из чувств, самым высоким из них чувством
зрение, дающее ему возможность постигнуть все богатство красок и форм окружающего мира. Каждое из пяти чувств в состоянии сообщить лишь те сведения, которые соответствуют его природе, но не те, которые сообщают другое из чувств. Так зрение не сообщает слуховых впечатлений или обонятельных, а обоняние вкусовых, зрительных или слуховых. Когда ребенок подрастет и освоит уже все, что сообщают ему его органы чувств, он поднимается на новую, более высокую и важную ступеньку. Он развивает в себе способность запоминать сведения, которые сообщают ему его органы чувств, хранить их в памяти уже после того, как исчезнет объект, источник этих сведений, а затем, снова встретив, узнавать его на основе ощущений, хранимых в памяти. Ясно, что эта ступень в познании может быть достигнута лишь в опоре на предыдущую, то есть на уровень простых ощущений. То есть мы видим определенный рост, но с опорой на те знания, которые мы уже имеем. Следующий этап – это когда, повзрослев еще на несколько лет, ребенок поднимется на новую ступень, опирающуюся на предыдущие, и откроется ему дверь, ведущая к познанию более высокого интеллектуального уровня. Он научится абстрактному мышлению, абстрагироваться от частных чувственных ощущений и выявлять в них нечто общее. Например, на основе опыта речевого общения с отдельными людьми он заключит, что способностью говорить обладает весь род человеческий. И дальше, когда же он станет еще старше и привыкнет учиться, перед ним откроется дверь в совершенно иной мир. Он познает различия между сущностью и случайностью, между необходимостью и возможностью, между возможностью и невозможностью. Он приобретет понятия, не получаемые с помощью чувств, и научится сочетать их друг с другом. Благодаря всему этому он сможет овладеть всеми науками и тем, чего невозможно достичь только на основе первичных понятий. Эти четыре ступени – весь путь, которым способен пройти в своем развитии человеческий ум. Хотя есть люди, способности которых дают им возможность подняться лишь на две из них или на три. Итак, мы говорили о том, какие изменения происходят в развитии человека тогда, когда он растет, когда он познает этот мир, как он познает этот мир. Но Иосиф Альба, он говорит о том, что по сути есть четыре уровня такого же подобного духовного роста, духовного пророчества или проявления пророчества или степени пророчества. И три из них, по сути, это все может происходить во сне. Так называемый пророческий сон, он может быть истинным или ложным. Мы встречаем подобные сны в Торе и в Танахе. Это те сны, которые видел фараон, виночерпий, хлебодар и даже царь Навуходоносор. Но мы знаем, что они не являлись пророками. И непонятно вообще, как бы они понимали эти сны. И вот интересный момент, что Иосиф Альба выделяет первый уровень пророчества, то, когда наше воображение борется с нашим умом, и, по сути, эффект от вот этого пророчества, это может быть там, тело может сотрясаться, может сводить какие-то судороги, может быть какие-то, опять-таки, боли, суставы сводят. То есть вот перед тем, как это пророчество должно проявить себя, вот тело, оно борется с духом. И в данной ситуации вот этот первый уровень, первая дверь этого пророчества, это, как ни странно, уровень Руаха Кодеш, называется, духа святости. Вторая степень, она тоже находится в сне или в дремоте, и это, ну, она более высокая, потому что это то пророчество, это та степень, когда мы можем видеть какие-то видения, мы можем видеть каких-то там существа или сущности, которые приходят к нам с какой-то вестью. И у нас уже не будет вот этих вот судорога и прочих явных вот таких подготовительных действий, от которых мы можем даже страдать.
Кстати, в Торе подобной степенью можно увидеть, как бы это пророк Амос, который видел женщин, лошадей, Захария видел, да, или корзины с плодами, которые видел пророк Амос. Мы знаем в Новом Завете пророка, не пророка, а апостола Петра, у которого были видения, и у римского сотника Корнилия, которые видели видения, при этом это были такие полудрема, как я называю, да, послеобеденная, послеполуденная такая вот было у них каждение, как у сотника. В данной ситуации, но опять-таки есть еще более высокая третья степень этого пророчества, и здесь Альба ее сравнивает с пророчеством Самуила, когда он слышит призыв Господа, он уже не видит этих образов, у него уже нет этих корзин, нет этих животных, нет этого всего, но он слышит голос, и этот голос, на который он откликается, он как раз-таки дает ему те наставления, которые должны ему помочь войти в пророческое служение и давать вот то, что он должен давать. И действительно, самой высокой ступенью Иосиф Альба видит эту ступень Моше Рабейну. Здесь нету каких-то образов, здесь нету каких-то физических каких-то проявлений, здесь нету каких-то посредников, которые могут быть там ангелов или других, которые, как у Даниила, которые приходили и сообщали какие-то вести. Здесь мы встречаем то выражение, которое говорится, да, в Исходе 33.11. «И говорил Господь, обращаясь к Моше лицом к лицу, так как человек говорит со своим другом». Кроме того, можно затронуть еще один момент, что как можно сопоставить или сравнить пророчество с чудесами, которые могут совершать пророки. Но тем не менее, мы находим в Танахе, что, оказывается, не все пророки совершали чудеса. Были такие, которые совершали только одно чудо в своей жизни. Были такие, которые два, были которые три. Но опять-таки, если сравнить их с Моше Рабейну, то, по сути, его пророчества, они были очень долгосрочные. Они были, по сути, 40 лет, и они могли влиять даже на силы природы, мы знаем, да, и здесь Альба приводит пример, что на самом деле на силы природы может влиять не только пророк, но и человек, который имеет близкие взаимоотношения с Господом. И такие тоже есть примеры. Поэтому с этой стороны хотелось бы остановиться на тех степенях. У Рамбама того же есть 11 степеней или роста пророчества и его проявления. Но по сути наша тема называется «Истинность пророчества». То есть да, мы говорим, что есть пророчество, оно проявляется по-всякому, но как определить истинность этого пророчества? И опять-таки, как бы руководствуясь этой же книгой Альба, я хочу вам предложить два примера. Он здесь приводит то, что любое пророчество, и, кстати, в Новом Завете апостол Иоанн говорит об этом же нам в своих посланиях, что не всякому духу верьте, он говорит, да, но проверяйте. И в данной ситуации Иосиф Альба, он говорит тоже о том, что пророка нужно проверять. И проверка, она может иметь доказательства как прямые, так и косвенные. Что значит прямые доказательства и косвенные истинности пророка? Как пример, он приводит очень довольно-таки простой пример с двумя аптекарями. Итак, два аптекаря пришли к врачам-мудрецам, чтобы изготовить тиряк. Тиряк – это средство от ядов, которое спасает человека от действия опасных или даже смертельных ядов. Один сказал из этих аптекарей: «Я приготовлю самый лучший тиряк, который будет спасать от любых ядов, сколько их ни есть на свете. И чтобы вы убедились в подлинности моего тиряка, я принесу вам сначала все снадобья или ингредиенты, из которых составлю его, и вы проверите их подлинность и их действия поочередно, одно за другим». И действительно, он сделал так, продемонстрировал мудрецам все свои снадобья, и они убедились, что среди них нет ни одного поддельного.
Очевидно, что нет никакого сомнения в том, что и тиряк, который он изготовит из них, настоящий, поскольку аптекарь предоставил прямые доказательства этого. Точно так же он мог бы сказать, что подлинность его тиряка удостоверяется опытным путем, что он им излечит любого больного и любого отравленного, который, как известно, может быть излечен тиряком. И нет сомнения в том, что если бы так оно и оказалось на деле, его тиряк следовало признать настоящим, поскольку и в том случае доказательство было бы прямым. Различие между этими двумя способами доказательства состоит лишь в том, что в первом случае подлинность тиряка доказывалась анализом его составных частей, как я говорил, ингредиентов, в другом случае применение к больным, которые его употребляли. И тиряк, прошедший такую проверку, он действительно настоящий, не вызывающий никакого сомнения в своей подлинности. А второй аптекарь сказал: «Я сделаю самый лучший тиряк, способный помочь против смертельных ядов, и докажу вам подлинность моего тиряка тем, что пройду сквозь огонь и не обожгусь, или пойду по поверхности воды и не утону». Очевидно, что даже если он действительно сделает на глазах мудрецов всего народа и его вождей, это отнюдь не будет прямым доказательством того, что тиряк, который он сделал или сделает, действительно хорош. Ведь вполне возможно, что даже если сам он действительно пройдет сквозь огонь и не обожжется, или пройдет по поверхности воды и не утонет, приготовленный им тиряк не будет иметь тех свойств, которыми должен обладать тиряк. Он не будет спасать от любых отравлений. Причина этого в том, что для подтверждения подлинности тиряка приводятся лишь косвенные доказательства. А при косвенных доказательствах всегда есть сомнения. И мы знаем, и даже в Талмуде есть такие места, когда на споры мудрецов оказывалось, что и предлагали применить для доказательства какое-то чудо, но при этом как бы оно и шло вразрез тому спору, о котором спорили, то просто эти мудрецы, они отказывались от принятия тех чудес, которые при этом демонстрировались, потому что это не были прямыми доказательствами. И мы видим, что на самом деле как бы и в самой Торе говорится о том, что истинность, и вот самая как бы центральная часть нашего урока, да, в чем же истина? Вот в чем состоит различие между пророком Всевышнего и его посланцем. Истинность пророчества доказывается тем, что предсказания пророка исполняются в точности, а также совершаемые им знамения и чудесами. И если таким образом пророчество его подтвердится, то слушаться его – это одна из заповедей Торы. Все, что скажет он, следует исполнять даже в том случае, если он повелит в данный момент времени приступить какие-то указания Торы, как Илиягу на горе Кармель. Все за исключением идолопоклонства. Если после многократных испытаний все, что он говорил, оказалось правдой, и сверхъестественные действия, которые он совершил, действительно были сверхъестественными, он получает статус истинного пророка и остается им до тех пор, пока при очередном испытании не обнаружится фальшь. Вот что сказано, например, о Самуиле, Шмуэле. «И вырос Самуил, и был с ним Господь, и ни одно из слов его не оказалось неисполненным. И узнал весь Израиль от Дана до Бершевы, что надежен Шмуэль, как пророк Господа». Это точно так же, как в нашем примере с тиряком. Если аптекарь не раз изготовлял его, и каждый раз опыт показывал, что тиряк настоящий, этот аптекарь стяжает славу надежного мастера своего дела до тех пор, пока очередное испытание не обнаружит подделку. Слушаться пророка, предсказывающего будущее и совершающего чудеса для подтверждения своих предсказаний – одна из заповедей Торы, которую надлежит исполнять до тех пор, пока вдруг в словах этого пророка не обнаружится ложь. Сказала Тора:
Если что-то скажет пророк от имени Господа, но не сбудется это и не придет, это слово, которое не говорил Господь ему. Второзаконие 18:22. Потому что, возможно, данный пророк и был истинным пророком Всевышнего, но в какой-то момент погрешил против истины по своему свободному выбору, но отнюдь не потому, что против истины по своему свободному выбору, но отнюдь не потому, что получил от Всевышнего ложное пророчество, ибо не человек Бог, чтобы лгать. Интересный момент, что Альба приводит отличие между пророком и посланником, Машиахом, да, или, и в данной ситуации он говорит, что однако тому, кто является посланником Всевышнего, чтобы передать людям его Тору, совершенно невозможно погрешить против истины даже в малом. Потому что только тот может быть назван посланником Всевышнего, чья миссия подтверждена полностью прямыми доказательствами ее истинности. И вот тут хотелось бы остановиться, потому что действительно мы начали сегодня наш урок именно с этого места Писания. Именно им я предлагаю сегодня его в конце еще как бы дополнить или акцентировать на этом внимание, что при дороге в Эммаус, когда Иешуа спрашивает этих учеников, а что же произошло, они говорят, как, ты не знаешь, и они ему излагают свою точку зрения. И вот теперь вы можете ее проанализировать в свете того, о чем мы сегодня с вами говорили. И еще раз повторю это, выделю это место, да? «О каких событиях?» – спросил он. «Они сказали ему о том, что было с Иешуа из Нацарета. Он был пророком и доказал это словом и делом перед кем? Перед Богом и всем народом». То есть мы видим буквально, как то, о чем говорит нам Иосиф Альба, оно действительно подтверждается писаниями Нового Завета. И они говорят об этом, он был пророком и доказал это словом и делом перед Богом и всем народом. Наши руководящие когними начальники отдали его на смерть и казнили его на стойке как преступника, а мы надеялись, что он освободит Израиль. А сегодня третий день с того времени, как все это произошло, да, и дальше мы видим по тексту, что они не поверили тем женщинам, которыми видели Иешуа воскресшим. И тогда он говорит им, вот опять-таки хочу акцентировать ваше внимание на этих словах. Он сказал им, глупые люди, не желающие поверить всему тому, что говорил пророк. Не зря я акцентировал ваше внимание только что на том, что это заповедь Торы – слушать пророка и исполнять ее. Это исполнение заповеди Торы. И дальше Иешуа продолжает. Разве Мессия? И тут мы видим уже переход от пророка к посланнику. И он говорит, разве Мессия не должен был так умереть, прежде чем войти в славу? Затем, начиная с Моше и из всех пророков, он объяснял им сказанное о нем в Танахе. Мы видим истинность пророчества. Мы видим истинность пророчества, подтвержденное делами его. Мы видим истинность пророчества, подтвержденное словами его. И в данной ситуации, когда мы говорим о том, что он был не просто пророк, но посланник Бога, и при этом мы утверждаем, что он был все-таки, несмотря на то, что Альба видит в нем, не видит в Иешуа степени выше, чем степень Моше, но тем не менее мы, верующие Нового Завета, четко видим это отличие и эту более высокую степень отношения Бога с Иешуа. И что интересно, что действительно он не погрешил ни в чем. Об этом говорит Новый Завет, и об этом, кому будет интересно, есть такая книга, которая называется «Еврейский Новый Завет», и введение к нему, 7 глава,
введение. Называется «Пророчества Танаха исполнены Мессией Иешуа». И интересный момент, что здесь немного указано, всего 54 тех пророчества, которые исполнились в жизни Иешуа Мессии. Но интересный момент, когда Дэвид Штерн, он дает две ссылки. Для того, кому будет действительно больше интересно узнать об том, насколько он был истинным исполнением этих пророчеств, то он предлагает следующее. Смотрите приложение 7 в книге мессианского еврея Альфреда Эдерштейма «Жизнь и времена Мессии Иисуса», второе издание, где список из 456 отрывков Танаха, относимых к Мессии, в древних раввинских трудах подкрепляются 558 цитатами из этих работ. Кроме того, он предлагает посмотреть Джона Бартона Пейна «Энциклопедию библейских пророчеств». И я думаю, что вы там очень много можете найти для себя интересного, но именно тем, кто действительно этим заинтересован, кто имеет эту жажду в сердце разобраться. А действительно ли он являлся истинным пророком, и не просто пророком, но мессией, о которых говорит Альба. И как Альба говорит о том, что посланец не может вообще никак, то есть если пророк может ложное какое-то давать пророчество, то мессия, он не может давать ложного пророчества. По априори, как говорится. И в данной ситуации мы видим это, то, что исполнилось в нем. Вот это то, о чем хотелось бы сегодня поговорить с вами. То, те размышления, которые, на которые я хочу натолкнуть и вас, изучая Писание, изучая те тексты раввинов, христианских писателей, которые помогут нам больше войти в это понимание, понимание того, как пророчества исполняются и могут исполняться через что, как отличать и действительно для того, чтобы понимать, насколько Иешуа в своей жизни на земле, в своем служении людям соответствовал тому, о чем говорили не только в Торе, не только в Танахе. Но я вам могу еще предложить одни исследования. Это Йосеф Шулам, который сделал исследование использования вот как раз-таки пророчеств, которые находятся в Талмуде. Даже там есть что подчерпнуть именно в этом понимании истинности исполнения пророчеств Иешуа Мессии. Будьте с нами. Будьте с нами на связи, будьте с нами на уроках. И я верю и надеюсь, что вы для себя подчеркнете много нового и интересного. Потому что мы растем, и мы изменяемся. И растет и изменяется именно наша вера. Наш Господь, Он не изменен. Но мы меняемся вместе с Ним. До следующих встреч. Бешем Иешуа Машехейну. Амен. Шалом, дорогие друзья! Меня зовут Игорь.
Я являюсь руководителем международного служения к еврейскому народу в Украине. Я думаю, что название организации говорит само о себе. То есть мы верующие евреи в Мессию Иешуа, и мы несем Бесага Това, благую весть нашему еврейскому народу. И наше служение, оно похоже на ветхозаветных пророков, которые возвещали Слово Божие в общественных местах, на площадях, на рынках. И также наше служение можно сравнить с апостольским служением. Когда Мессия Иешуа призвал Андрея, будущего апостола, на служение, то Андрей пришел к своему брату Шимону Петру и сказал: «Мы нашли Мессию». Что значит Христос? Это написано в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 41 стих. И мы хотим, чтобы еврейский народ тоже нашел обещанного Мессию Израиля, Иешуа ХаМашиаха, Мессию Иисуса, и принял его. Другими словами, мы занимаемся еврейским евангелизмом. Еврейский евангелизм включает в себя уличный евангелизм, где мы выходим на улицу, мы распространяем евангельскую литературу и стараемся вовлечь людей, в том числе, естественно, евреев, в духовные беседы. Мы ищем заинтересованных людей, которые бы хотели оставить контактную информацию для того, чтобы получить литературу о Боге, литературу об Иисусе. И затем мы с ними проводим последующее служение для изучения Библии. Мы можем подарить сразу людям Библию, но дело в том, что сразу люди светские, светские евреи, им трудно будет понять Библию. Поэтому сначала им нужно дать простую духовную литературу. Это может быть евангелизационный флаер, это может быть какая-нибудь брошюра. Например, есть в мессианских общинах брошюра «Хаим», что в переводе означает «жизнь». Или, например, «Начало пути с Мессией» Джонатан Бернис, который возглавляет служение «Еврейский голос». Или какие-то другие брошюры. То есть вы выходите на улицу, в общественные места, это могут быть парки, это могут быть рынки, это может быть железнодорожная станция, и раздаете евангелизационную литературу людям, которые проходят мимо вас. Ваша задача – вовлечь людей в духовную беседу. Мы раздаем евангелизационные трактаты всем людям, которые проходят мимо нас. Но когда мы начинаем общаться с людьми, если человек берет трактат, который вы ему протягиваете, вы можете задать первый вопрос. А что вы думаете об Иисусе? Вот этот вопрос, он побудит человека задуматься. Потому что многие люди, они скажут, отвечают так. Ну, знаете, я вообще был в Израиле, был возле стены плача. Я вкладывал записку о том, чтобы тоже за меня там помолились. Или человек говорит, знаете, у меня есть знакомые евреи. В общем, ответы людей, они абсолютно разные. Но вам нужно выяснить, действительно ли человек является евреем. Потому что наше служение, оно сфокусировано именно на том, чтобы достичь еврейский народ. И поэтому вы спрашиваете человека, а у вас есть в роду евреи, есть ли у вас еврейские корни? То есть вам нужно выяснить. Я не думаю, что это обидит человека по большому опыту, потому что я занимаюсь евангелизмом более 25 лет, люди говорят действительно, или если они являются евреями, может быть, они являются евреем наполовину. И когда вы выяснили, что человек еврей, вам нужно получить от него контактную информацию. Ну, сейчас городские телефоны не работают, потому что многие отказались, очень высокая абонплата, поэтому люди в основном пользуются мобильными телефонами. Поэтому ваша задача получить у этого человека, если он, конечно, хочет знать больше о Иешуа, больше о Боге, может быть, о еврейской культуре и еврейских праздниках, ваша задача получить контактную информацию, то есть мобильный телефон. Итак, сама евангелизация, друзья, его можно сравнить с процессом сеяния благой вести. Мы делимся Словом Божьим с людьми и приглашаем их к размышлению над Евангелием и направляем людей с их нуждами к Богу. Скажите, друзья, когда вы слышите слово «сеяние», какая ассоциация у вас возникает вот с этим словом «сеяние»? Например, у меня
возникает ассоциация о притче. То есть притча о сеятеле, которую Ишуа рассказывал еврейскому народу и своим ученикам. Талмидим на иврите. Талмид – это ученик, талмидим – это множественное число. И мы сейчас с вами, друзья, прочитаем эту притчу, которая записана Брит Хадаша в Новом Завете. Это Евангелие от Матфея, 13 глава, с 3 по 8 стихи. И вместе порассуждаем над четырьмя видами почвы. «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро зашло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно в 100 крат, другое в 60, иное же в 30 крат. Ишуа говорил притчами к еврейскому народу и к ученикам. Что такое притча? Притча – это истина, изложенная в образах и картинах. А Ишуа был один из величайших мастеров притч или коротких рассказов. Притча обычно начинается с простых вещей, понятных каждому, основываясь на своем собственном опыте. Затем она переходит к вещам непонятным и, наконец, открывает глаза на то, что человек раньше не видел или не обращал внимания. Ишуа учил еврейский народ учеников о Царстве Божьем на примере коротких притч или историй, которые были понятны каждому иудею. Например, притча о сеятеле. Мы знаем, что Евангелие от Матфея, 13 глава, она полна притчами, которые рассказывает Ишуа и которые символизируют Царство Божие. И та библейская притча – это истинная, запечатленная в рассказе. Земная история с божественным смыслом. Я повторю, друзья, эту мысль. Библейская притча – это истина, запечатленная в рассказе, то есть земная история с божественным смыслом. Давайте посмотрим эти четыре вида почвы. Первое. Автор сообщает о том, что сеятель вышел сеять. Когда он сеял, одно из семени, оно упало где? При дороге. И автор сообщает нам, и налетели птицы, и поклевали то. В Израиле существовало два способа посева. Первый из них сеятель широким движением разбрасывал семена, которые находились у него в мешке, расхаживая по полю. Конечно, если дул сильный ветер, то он мог захватить эти семена, зерна и занести их куда угодно, занести за пределами поля. И был второй способ, который назывался для ленивых, его тоже очень часто использовали. На спину осла взваливали мешок с зерном, прорезали там отверстие, и когда осел проходил зад-вперед, то эти семена, они высыпались и засевали поле. А зерно высыпалось через отверстие. И часть зерна могло высыпаться, когда осел пересекал дорогу, то есть межу, для того, чтобы развернуться. И вот это семя есть то, которое упало при дороге. Давайте посмотрим, друзья, второй вид почвы. Места каменистые. Это типичный для Израиля грунт. Тонкий, всего в несколько сантиметров слой земли, покрывающий скалистый грунт. На такой земле семена прорастают очень быстро, потому что земля очень быстро нагревается под лучами солнца. Но глубина почвы недостаточна, и корни в поисках влаги наталкиваются на что? На скалу. И растение погибает от голода, не способное противостоять жаре. А в Израиле, вы знаете, в летнее время особенно очень жарко. Следующий вид почвы – это тернистая почва. Тернистая почва, она обманчива, потому что в земле есть волокнистые корни ползучего пырея и другие разновидности сорняков. И в результате вот это вот посеянное культурное зерно или семя, оно сталкивается с этими сорняками,
переплетаются с ними, и сорняки настолько сильны, что они душат вот это вот посеянное семя. Это третий вид, почвы. И четвертый вид почвы – это добрая земля. Она была глубокой, чистой, мягкой, и семя могло попасть в землю, найти питание. Корни свободно росли и приносили большой урожай. Итак, друзья, мы видим четыре вида почвы. Теперь давайте посмотрим, кому относятся эти почвы. Итак, первый вид почвы при дороге можно сравнить со слушателем, который не хочет слышать истину. У такого человека есть определенная точка зрения, которую он не хочет менять. Может быть, он боится открыть для себя истину, потому что Божья истина может осудить тот образ жизни, который он ведет. Поэтому человек предпочитает отмахнуться и не слышать истину. Это первый вид почвы, это первая категория людей, с которыми вы будете сталкиваться во время евангелизации. Второй вид почвы – каменистый. Это слушатель, который берется за дело и не доводит дело до конца. Я думаю, что в наше время это как раз очень актуально, потому что многие люди, они занимаются различными модными течениями. Многие люди хотят, например, похудеть, то есть они садятся на диету или хотят заняться спортом. Но как только человек сталкивается с трудностями, он сразу бросает это дело. Скажите, друзья, что важно в любом деле, чтобы достичь результата? Постоянство. Вот что важно в любом деле, чтобы достичь цель, чтобы завершить свою задачу, которую вы поставили перед собой. Третий вид почвы – это тернистый. Это слушатель, у которого интересы находятся в разных сферах. В жизни современного человека всего так много, друзья, и везде хочется успеть. Мы живем в век высоких технологий. И, конечно, мы тоже связаны с тем, чтобы пользоваться интернетом, социальными сетями, различными гаджетами, девайсами, компьютерами, мобильными и так далее. И люди хотят везде все успеть. И вот такие люди обычно говорят, что, вы знаете, у меня нет времени сейчас думать о Боге, заниматься духовными вещами, читать Библию, молиться. У меня есть другие проблемы. Вот эти люди, они стремятся повысить свое благосостояние, повысить свой материальный уровень. И это отнимает у них всю силу и энергию. И так проходит, собственно говоря, вся жизнь. Многие люди, да, действительно, посвящают этому всю жизнь. И мы, как верующие, понимаем, что такой образ жизни – это суета. Вот это вот я перечислил три категории людей, с которыми будете сталкиваться на улицах во время евангелизации. И, наконец, друзья, последний вид почвы, как мы с вами уже говорили, это добрая, чистая, мягкая, глубокая почва, то есть хорошего качества, я бы сказал, высокого качества. То есть восприятие Слова Божьего такого человека проходит в 4 этапа. Вот подобно как хорошей почве, его разум открыт следующему. Я сейчас перечислю, друзья. Первое. Он всегда готов слушать, учиться и открывать для себя что-то новое. Итак, первое. Он всегда, то есть такой человек всегда готов слушать, учиться и открывать для себя что-то новое. Второе. Он не бывает слишком занят для того, чтобы слушать, читать Библию, молиться и совершать богоугодные дела. Итак, второе. Вторая почва. Он не бывает, то есть человек не бывает слишком занят для того, чтобы слушать, читать Библию, молиться и совершать богоугодные дела. Третье. Он понимает, что Бог говорит ему истину, и он готов принять эту истину. Это очень важный момент, друзья. Человек понимает, что Бог говорит ему истину, и он готов принять эту истину. И четвертое. Он приносит много плода от одного хорошего семени. Он приносит много плода от одного хорошего семени. Итак, подобно хорошей почве, его разум открыт. И мы сейчас привели с вами 4 примера. Итак, одно семя,
который попадает на добрую почву, может дать урожай в 30, 60 и даже в 100 крат. То есть покрыть все те неудачи, которые были до этого. Настоящий слушатель – это тот, который готов слушать, понимает, что Бог открывает ему эту истину, он принимает эту истину в свое сердце и следует за Ишуа. Итак, друзья, повторю еще раз. Настоящий слушатель – это тот, который готов слушать, понимает, что Бог открывает ему истину, принимает эту истину для себя, в свое сердце и следует за Ишуа. Но мы понимаем, друзья, что 100% урожай практически не бывает. У меня самого был участок, как мы называли, фазенду. Это из, по-моему, мексиканского или бразильского сериала «Рабыня Изаура». Мы стали вот эти вот дачные участки называть фазендой. У меня было 6 соток, 32 фруктовых дерева, виноград, ну, естественно, клубника, малина, это все остальное, крыжовник, это мы все выращиваем. Но вы знаете, 100% урожай, конечно, не бывает. И в начале весны нужно заняться обрезкой винограда, нужно перекопать почву. А сорняки, ох, они быстро растут. Их не нужно ни поливать, их не нужно одобрять. То есть нужно хорошо потрудиться, чтобы получить хороший урожай. Итак, друзья, наша задача сеять семя благое вести в добрую почву, для того, чтобы был хороший результат. Это означает, что мы ищем тех евреев, которые заинтересованы, которые хотят узнать больше об Иисусе, о еврейской культуре и о еврейских праздниках. Когда Бог посылает вот такого заинтересованного человека, например, на уличной евангелизации, это могут быть общественные места, как я вам говорил, базары, парки отдыха, в центре города, вот особенно парки отдыха, там люди спокойны, они никуда не спешат, они отдыхают, они прогуливаются, они беседуют, они сидят на скамейке. Вот хорошая возможность как раз пообщаться с ними, вовлечь в духовные беседы. Когда вы встречаете вот такого заинтересованного человека, который хочет знать больше о личности Мессии Иисуса, хочет знать больше о Боге, то ваша задача получить у него контактную информацию. Что я имею под контактной информацией? Узнать его имя. Может быть, человек не захочет давать вам свою фамилию. Знаете, многие люди сейчас действительно боятся. Почему? Потому что есть очень много мошенников. Поэтому, если он даст, по крайней мере, вам имя и мобильный телефон для связи, то этого будет достаточно. Вы можете обменяться своими телефонами для того, чтобы быть на связи. И так человеку легче будет, он будет меньше бояться, ему легче будет дать свой телефон, какую-то контактную информацию. И после этого, друзья, вам нужно этого человека, может быть, это будет и супружеская пара тоже, я не знаю, пригласить, например, на еврейские праздники, которые вы проводите в ваших мессианских общинах. Например, на Пурим или Песах, или осенние праздники Рош ха-Шана, или Ханука. И важно, чтобы на этих праздниках были традиционные угощения. Я думаю, что не только еврейский народ, но все остальные люди, они любят праздники, потому что там всегда есть вкусное угощение. Если это будет праздник Пурим, то, естественно, традиционное угощение это будет уманташи. То есть вот такая будет выпечка в форме ушей мана с вкусной начинкой, например, с маком или с повидлом. А на Песах это будет харасет, это сладкая смесь, которая символизирует цемент, который использовал еврейский народ в Египте для изготовления кирпичей. Вот я просто приведу сейчас, друзья, примеры. На Рош ха-Шана это могут быть традиционные яблоки с медом. И на Хануку это могут быть латкисы. Это блинчики, обжаренные в масле. Когда уже евреи или еврейская пара приходят к вам в общину, конечно, вам нужно познакомить их с другими еврейскими верующими, если они есть в вашей общине, или с нееврейскими верующими, потому что они могут свидетельствовать этим людям о том, как они пришли к вере в Мессии Ишуа. Я думаю, это свидетельство поможет вот этому человеку, еврею или супружеской паре, задуматься о личности Мессии Ишуа. Например, мы, друзья, мы проводим
еврейские праздники, ну, конечно, в условиях карантина, в условиях эпидемии COVID-19 не всегда получается. Но вот мы проводили праздники, мы арендовали хорошее место в центре города и проводили Рош ха-Шана и Суккот. И пришло к нам свыше 60 человек. Это были евреи, это были смешанные пары. И 7 человек из них, они приняли Ишуа в свое сердце. 6 евреев и 1 нееврей. Вот там, друзья, результат вот таких вот праздников. Ну, сейчас, конечно, мы не можем проводить праздники, потому что Одесса перешла в желтую зону. И если даже нам разрешат проводить праздники, то все люди должны иметь сертификат о том, что они сделали прививки от COVID. Но это не мешает нам перестраиваться, и мы проводим шабаты в прямом эфире через Zoom. Мы звоним людям по телефону, то есть мы используем другие способы, чтобы достигать еврейский народ благой вестью. Мы используем высокие технологии, социальные сети, Viber, WhatsApp, Facebook, YouTube, Telegram, Instagram, которые вам, друзья, всем знакомы. Мы продолжаем общаться с еврейским народом, не только во время уличной евангелизации. Уличная евангелизация – это первый шаг для того, чтобы посеять семя благой вести. И мы с вами говорили о 4 видах почвы, то есть о тех людях, с которыми вы будете сталкиваться. И, конечно, очень важно, друзья, когда мы служим еврейскому народу, служить на личном уровне. Это библейская модель, это библейский принцип, потому что Мессия Ишуа, великий учитель, сколько времени он проводил со своими талмидим или мешахим, последователями? Сколько часов он проводил? Если мы с вами посмотрим Брит Хадаша, посмотрим все Евангелия, то мы увидим, что Ишуа постоянно 24 часа был со своими учениками. Они вместе ели, они вместе выходили на евангелизацию, проповедовали благую весть, вместе исцеляли людей, затем приходили, вместе спали, вместе отвечали, вместе отмечали еврейские праздники и так далее. То есть Мессия Ишуа, он был как любящий отец, который постоянно 24 часа в сутки заботится о своих детях. Вам важно построить вот такие вот отношения с теми евреями, которыми Бог пошлет на вашем пути. На личном уровне. Вы можете поделиться с ними немножко о вашей семье, рассказать о том, как вы пришли к Богу. И люди, увидя это, вашу открытость, что вы доверяете им, они тоже начнут рассказывать о личной жизни. Может быть, они поделятся какими-то проблемами, которые у вас есть. Может быть, они попросят у вас совет. И это хорошо, потому что они будут видеть в вас учителя, они будут уважать вас. Вы будете молиться об этом, и Бог будет отвечать на эти молитвы. И сейчас, дорогие друзья, мы с вами вместе поговорим. Следующая тема. Личные встречи с заинтересованными евреями. Мы сейчас говорили, кто такие являются заинтересованные евреи. Или смешанными парами для изучения еврейских писаний. Или Библии. В нашей стране свыше 70% смешанных браков. Я имею в виду, когда, например, муж является евреем, а жена не еврейка. Есть и другие варианты. Наоборот, когда жена является еврейкой, а муж является не евреем. Но такие браки встречаются все-таки меньше. Большая часть браков — это когда мужчина является евреем, а женщина является не еврейкой. Например, далеко ходить не надо, но мой родной брат, я свидетельствовал ему, надеясь, что он перед смертью молился, покаялся и принял Ишуа. Он знал, что я являюсь верующим человеком, последователем Мессии Ишуа. Он женился на нееврейке. Я свидетельствовал ему, свидетельствовал его жене и свидетельствовал его детям. Я переписываюсь со своей племянницей, она знает, что я верующий, она еще не пришла к Господу. Но я верю, что у Бога есть план для них. Вот вам конкретный пример. Вот смешанного брака. Таких браков очень много в бывшем Советском Союзе, в Украине, России и Белоруссии. Ну, такие семьи в основном, они являются светскими. То есть, они являются нерелигиозными, потому что многие из нас росли во времена Советского Союза. Это была эра атеизма. Но когда касается, друзья,
вопрос воспитания детей, то может возникнуть конфликт между мужем и женой. Хотя муж, может быть, и не знает еврейскую культуру, но что-то еврейское он знает, какие-то задатки в нем есть. Ему хочется как-то воспитывать, может быть, ребенка в еврейской культуре. Тем более сейчас это доступно. Сейчас есть и еврейские школы, ешивы, можно пойти в синагогу, в культурные центры и так далее. То есть сейчас проще это сделать, чем это было раньше, во времена Советского Союза. А жена, допустим, хочет воспитывать ему, ну, традиционно, может быть, она даже не является христианкой, в православии. И вот возникают здесь вопросы. И у нас есть специальное служение, друзья, именно смешанным парам. То есть мы хотим им понять. Ну, главная задача, конечно, чтобы они пришли к вере в Мессию и Иешуа. А затем им понять, что все это важно на самом деле. Когда они приходят в вере в Иешуа, то, например, муж еврей, он начинает чувствовать себя настоящим евреем. Он приобщается к еврейской жизни, к еврейской культуре, к традициям, к еврейским праздникам, становится последователем Мессии Иешуа. А, допустим, если его жена не еврейка, она тоже понимает, что вера в Иисуса – это не только пойти в церковь, например, поставить свечку или на Рождество, кушать куличи, или многие другие вещи, которые связаны с какой-то вот культурой, и с традицией. И вот у нас есть такие смешанные пары, которым мы служим. Я приведу даже несколько примеров таких пар. Давайте назовем их, я не буду говорить их настоящие имена. Вот, например, Михаил и Светлана. Моя супруга во время уличной евангелизации познакомилась с этим человеком, с евреем Михаилом. Он был довольно заинтересован. Конечно, он военный человек, он ничего не знал, о Боге не задумывался, но он не отрицал, и он хотел узнать больше о нем. И моя супруга взяла у него контактную информацию, мы стали приглашать его, это было все до эпидемии COVID-19, приглашали его на еврейские праздники, на шаббаты, он духовно возрастал, и он привел с собой свою жену. Жена Светлана, она не еврейка, но, как оказалось, мы выяснили позже, что ее родная сестра была евангельская верующая, пятидесятница. Эти люди по-настоящему уверовали в Михаила и Светлана, которым мы служили, мы хотели из них сделать учеников. И затем они приняли твилу, водное погружение, в одной из мессианских общин. Сейчас они являются членами мессианской общины и продолжают участвовать в наших зум-шаббатах. Вот это смешанная пара. Я приведу вам пример другой смешанной пары. Сейчас они находятся в Израиле, они эмигрировали 2 года назад. Мы познакомились с ним во время фестиваля еврейской музыки, как раз перед праздником Рош Хашана, это было в 2015 году, когда Джонатан Бернис, который возглавляет миссию «Еврейский голос», приехал в Одессу, и мы вместе участвовали в этом проекте, раздавали приглашения, эвангелизационные трактаты. И вот там мы познакомились с этой парой. Мужчина еврей, как я сказал, традиционно, а жена не еврейка. Мы их тоже приглашали на праздники, на шаббаты. И на один из таких праздников, это был Рош Хашана, я помню, я проповедовал. И в конце служения я сказал, кто хочет принять Иешуа в свое сердце. Вот эта пара подняла свои руки и приняла Иешуа в свое сердце. Затем они эмигрировали в Израиль, они живут в Иерусалиме и продолжают вместе с нами участвовать в зум-шаббатах. У нас такое международное служение, оно соответствует, потому что к зум-шаббатам присоединяются люди с Украины, с России, с Израиля, с Германии, со стран всего мира. И хотел привести, друзья, еще одну смешанную пару. Обратите внимание, сколько у нас смешанных пар, скольким людям из смешанных пар мы служим, чтобы достичь Евангелия. Я познакомился с одним человеком во время тоже уличной евангелизации. Вот я гулял в парке, увидел этого человека, он типичной еврейской внешности. Я получил его контактную информацию. Он обычный, как мы говорим, еврей, выросший в Советском Союзе, имеет высшее образование, инженер. Конечно, он не задумывался о Боге, но ему это было интересно. Он приходил на еврейские праздники и говорил, мне очень нравится, как вы вот рассказываете об этих еврейских праздниках, как они связаны с Богом. Заняло определенное время, конечно, несколько лет, пока он
пришел к вере в Ишуа. Но затем, когда я увидел, что он готов принять Ишуа, он осознавал свою греховность, он духовно вырос, я предложил ему. И он это искренне сделал. Его жена тоже является не еврейкой. Когда она слушала проповеди, он говорил мне об этом. Слушай, Игорь, когда она слушает твои проповеди, она прямо плачет. То есть настолько касается Слово Божие ее сердце. Вот вам еще один пример, друзья, смешанной пары. Я привел только три примера смешанными парами. Так, друзья, вы будете сталкиваться с смешанными парами во время евангелизации. А сейчас, друзья, я хотел бы немножко поделиться, дать вам некоторые советы, как посещать людей. То есть первый этап – это процесс сеяния семени благой вести, когда вы выходите на улицы, вы раздаете приглашение в вашу общину или какие-то евангелизационные флаеры или брошюрки. Старайтесь вовлечь в духовные беседы евреев, которые проходят мимо вас, или смешанные пары. Следующий этап, у вас есть контактная информация, и вы должны выполнять к ним последующее служение. То есть посещать их для изучения еврейских писаний или Библии. Первый совет, друзья, должно быть максимальное время и минимальное время, когда вы посещаете людей на дому для изучения Библии. Максимальное время, друзья, должно быть не больше, чем 45 минут. И минимально это около 15 минут. Почему вот мы установили такие лимиты? Я объясню. Друзья, вас просто перестанут слышать после 45 минут, и люди устают обычно. Столько информации, им очень тяжело переварить. А если человек устанет, то он не захочет с вами больше встречаться. Понимаете, да? Как причинно-следственная связь. Одно вытекает из другого. 15 минут, если вы, допустим, первый раз приходите к человеку, и все-таки он согласился, что вы пришли к нему, я думаю, что 15 минут вам вполне достаточно, чтобы пообщаться с ним на духовные темы. Если человек действительно заинтересован, он открыт, вы видите, что он хочет больше знать, он все впитывает в себя как губка, он возрастает духовно, он приближается к Ишуа, уже готов даже принять его. Вот с такими заинтересованными людьми мы встречаемся один раз в 10 дней. Ну, это все, друзья, примерно. Вы по обстановке будете видеть. Я просто даю вам определенные советы, исходя из многолетнего своего опыта и опыта, богатого опыта нашего служения. Потому что наше служение было образовано около 200 лет назад. Итак, продолжаем советы дальше. Если человек покаялся, то есть он принял Ишуа в свое сердце, то вы можете встречаться с ним в течение, например, 3 недель, столько, сколько он захочет. То есть мы тоже, видите, сделали определенные лимиты. В течение 3 недель столько, сколько он захочет. Ну, мы понимаем, что в условиях ковида, друзья, мы не всегда можем договориться с человеком, потому что многие люди боятся, особенно пожилые люди. Но вы можете встретиться с ними в безопасном месте на улице тоже. Конечно, если вы даже встречаетесь на улице, лучше в целях безопасности одевать, конечно, маски, и, естественно, тот человек, с которым вы встречаетесь, тоже, чтобы одевал маску. И вы проводите с ним духовную беседу, вы читаете какое-то место из Писания и молитесь за него. Если человек боится даже встречаться, боится выходить на улицу, то можно общаться с ним по телефону и тоже делиться благой вестью, узнавать о его жизни, о чем нужно молиться и так далее. Теперь, друзья, мы поговорим с вами принцип и распорядок самого посещения. То есть, о чем нужно говорить. Условно можно поделить посещение, друзья, на три категории. Подготовка. Это общая тема. Подготовка, общий раздел. Нужно молиться. Как верующие люди, мы понимаем, что нужно всегда молиться. Молиться о чем? О том, чтобы это посещение состоялось, и о том, что будет происходить на посещении. То есть два важных пункта. Первое, чтобы это посещение состоялось, потому что, говорю вам, основываясь на большом пути, даже если вы договорились с человеком на посещение, на определенное время можете прийти, и, как мы выражаемся, идиматическое выражение, поцеловаться с дверью.
Человек может уйти, не забывайте о том, что есть противник, дьявол, который не хочет, особенно чтобы евреи приходили к Иешуа и принимали как обещанного Спасителя Израиля. Поэтому дьявол начинает действовать, у человека появляется вдруг какое-то срочное дело, он уходит и так далее. Поэтому важно очень молиться о том, чтобы это посещение состоялось. И о том, что будет происходить во время посещения, что Бог сам присутствовал на это посещение Святым Духом. Помазал ваши уста, говорил через вас и касался сердца этого еврея или еврейки, с которой вы будете делиться или с которым вы будете делиться благой вестью. Дальше. Запланируйте заранее то, что вы будете говорить. Первое. Какую информацию? Второе. Места из Писания и какие-то примеры из жизни. Третье. Поставьте цель, которую вы хотите достичь к концу посещения. Я повторю еще раз, друзья. Итак, первое – это молитва. Нужно молиться о том, чтобы это посещение действительно состоялось. Нужно молиться о том, что будет происходить во время этого посещения, чтобы Бог действовал через Дух Святой. Затем нужно запланировать заранее, друзья, что вы будете говорить. Вам нужно поставить цель. Какую информацию, какие места из Писания. Нужно подготовиться заранее. Какие примеры из жизни, которые действительно воздействуют на человека, коснутся его сердца. И поставить себе цель. Очень важный момент. Поставить цель, которую вы хотите достичь в конце посещения. Какой молитвой вы будете молиться в конце посещения. Посмотрите, сколько пунктов. То есть вам, конечно, не нужно продумать полностью текст вашей молитвы, но составить план, накидать просто план, вот о чем вы будете молиться. Тоже лучше это все сделать заранее. Тогда вы сделаете свою часть, а Бог будет делать свою часть. Следующий момент. Нужно приходить на посещение заранее. То есть никогда не опаздывать. Опоздание показывает, что это не так важно для вас, друзья. И человек, к которому вы приходите, он сразу поймет, что вы не особенно-то заинтересованы в нем. Вы просто выполняете свою какую-то цель и так далее. Понимаете? Поэтому опаздывать нельзя. Лучше прийти заранее. Когда вы придете заранее, вы тем самым покажете, что вы дисциплинированный человек. Вы уважаете этого человека, вы ответственны, и вам можно доверять. То есть даже если человек, с которым вы встречаетесь, может, вы встречаетесь не дома, а на улице, например, вы договорились, в общественном месте, чтобы было нейтральное место, там человек себя чувствует более безопасно. Ну, конечно, это не в зимний период времени, это весенний, осенний и летний периоды времени. И даже если человек, с которым вы договорились, мы называем его контакт, он опоздает, друзья, вам нельзя опаздывать. Понимаете, мы находимся в другом положении. Мы свидетельствуем людям, они смотрят на нас, как мы себя ведем, как верующие люди. Поэтому очень важно, чтобы вы не опаздывали. Сейчас, конечно, очень тяжело добираться в город, я знаю это по себе, очень большие пробки. Раньше пробки были только, например, в утренний период, это был час пик, и когда люди ехали с работы. Но сейчас, к сожалению, целый день пробки, как если ты едешь даже в общественном транспорте или едешь в своей машине, нет гарантии, что ты едешь за определенное время. Поэтому нужно все делать заранее, добавлять дополнительное время. Лучше приехать заранее, подождать человека, будете чувствовать себя спокойно, и человек будет больше доверять вам. Сейчас, друзья, мы подходим с вами к проведению самого посещения. Вначале можете поговорить немного о личных вещах. Ну вот думайте о себе, например, как о враче. Что нужно сделать врачу, когда больной приходит к нему на прием? Я думаю, что вы понимаете, что, во-первых, нужно спросить больного, на что он жалуется. Ну что, собственно говоря, беспокоит, какие у него есть болевые синдромы. Затем врачу нужно направить больного, чтобы он сдал анализы. И когда человек посмотрит анализы, то есть сделать диагностику, нужно определить, какое у него заболевание. И когда он поставит, я хочу подчеркнуть, правильный диагноз, потому что иногда врачи ставят неправильный диагноз. И когда он поставит правильный диагноз, после этого нужно назначить курс лечения. Вот поэтому, когда вы приходите на посещение, вот думайте себе как о враче, только духовном враче.
То есть перейдите к духовным вопросам и определите, какая духовная проблема есть у этого человека. Например, он не понимает, что грешен и нуждается в освобождении от греха. Он не задумывался раньше об этом, он жил обычной светской жизнью. Он не задумывался о том, есть Бог или нет, потому что он жил во времена Советского Союза, когда учили, что Бога нет и так далее. Так многие евреи отвечают, когда мы сталкиваемся. Вы знаете, а вот нас учили, что Бога нет, например. Ну, я думаю, что вот когда человек именно говорит там, надо сказать, а что вы сами думаете? Вы узнавали, есть он или нет? Понимаете, да? Задаете наводящий вопрос, чтобы побудить человека задуматься о духовных вещах. А многие люди не знают, кто такой Иисус. Может, они слышали. Единственное, что они знают, что Иисус является евреем. До того, как я пришел к вере в Иешуа, я знал, что Иисус был евреем. Но дело в том, что всегда же и обвиняли евреев в том, что они распяли Иисуса и так далее. Вот это все познания, которые были у меня. И так многие другие люди. Я имею в виду обычные светские евреи. Поэтому вам нужно определить правильный диагноз, какая есть духовная проблема у человека. Не сознает свою греховность, не верит, что существует Бог, и не верит в то, что Иешуа есть обещанный Мессия Израиля и так далее. И вот когда вы поставите правильный диагноз, вам легче будет его лечить духовно. Вы будете знать, что ему говорить. И Бог будет говорить через вас и касаться сердца этого человека. Я вам приведу пример, друзья. В одной из уличных евангелизации я познакомился с одним евреем. Давайте назовем его Давид. Давид был тренером по теннису, очень престижная профессия к тому времени. Он не особенно задумывался о Боге, но ему интересно было узнать о еврейской культуре, о еврейских праздниках. Он рос в бывшем Советском Союзе, поэтому он ничего об этом не знал. Ну, он знал что-то, например, о празднике Пурим, он знал, что на праздник Пурим вообще хорошее угощение, кушает умандаши, вот как раз вот эта вот выпечка с маком или с какой-то другой начинкой. Или он знал, что на Песах нужно идти в синагогу и брать мацу. Вот это были все его, собственно говоря, познания, как и многих других советских евреев. Но затем позже я продолжал ему звонить, приглашать на праздники. Он вежливо благодарил меня, но, конечно, на один из праздников я пришел. Но я в этом смысле был настойчив, потому что я знаю, что тех людей, которые Бог посылает на нашем пути, у Бога точно есть план для этих людей. Мы еще не знаем времена и сроки. Нужно быть настойчивым, чтобы достичь цель. И, конечно, эти люди пришли к Богу. Нам нужно самим хотеть, желать, чтобы эти люди пришли к Богу и приняли Иешуа. В конечном итоге он согласился со мной встретиться, и он захотел читать Библию. Но дело в том, что у него не очень хорошее зрение, поэтому я даже принес Библию ему крупным шрифтом. Но ему было очень тяжело читать. Тогда у него, слава Богу, есть смартфон, и я ему установил аудиобиблию. И это был идеальный вариант. Я сказал: Игорь, это просто классно, супер, ты включаешь и слушаешь Слово Божие. Затем он начал вставать утром, начал молиться своими словами, подходит просто к окну и молится своими словами, что Бог вот помог ему в этом дне, сделал все дела, что Бог убрал болезни, которые есть, и так далее. Я видел, как этот человек духовно возрастает. И потом наступило время, переломный момент, я увидел, что он готов принять Мессию Иешуа. И он вместе со мной молился этой молитвой и принял искренне Иешуа в свое сердце. Я даже установил ему программу Zoom в смартфоне и говорю, что тебе уже пора присоединяться к нашим Zoom-шабатам. Там будут твои единомышленники, единоверцы, сверстники по возрасту, которые тоже могут поделиться тем, как они пришли к вере. Это очень важно, чтобы мы соблюдали шаббат, который Бог Авраама, Ицхака и Якова заповедовал нам. Я установил эту программу, говорит, ну подожди, Игорь, еще не спеши, мне нужно это еще освоить. Так что я верю, что он еще и присоединится к нашим зум-шабатам и будет потом свидетельствовать и своей семье. Дело в том, что у него больная была дочь, и делали очень тяжелую операцию. Мы молились за его дочь, и вы знаете, сейчас она потихоньку восстанавливается. И это очень мощное свидетельство для этого человека.
Давайте продолжим, друзья, дальше. Вот все эти советы, которые касаются именно личных посещений. Это самое важное, я считаю. И вот этим мы достигаем вот людей. Именно личные посещения. То, что делал Ишуа, когда он находился со своими учениками. Не поддерживайте долгий разговор своими вопросами. Вот обратите внимание, тоже очень хорошая рекомендация. Потому что человек очень быстро устает, ему надоедает, ему кажется, что вы цепляетесь. Мы должны помнить, друзья, что мы тоже были в свое время, мы не родились верующими людьми. Бог наш нашел на этой земле. Он вложил нам мысли, и Он привел к себе. Итак, друзья, не поддерживайте долгий разговор с иными вопросами. Вот важная рекомендация. Использовать Слово Божье для ответа на вопросы. Использовать Слово Божье Библии для ответа на вопросы. То есть, когда вы приходите на посещение, друзья, очень важно, чтобы у вас было Слово Божье. Ну, теперь многие уже не пользуются бумажной Библией. Они пользуются Библиями, которые закачаны в смартфон, iPhone, планшет и так далее. Ну, вы можете использовать либо бумажную Библию, либо Библию, которая у вас находится, например, в планшете или в смартфоне, или в iPhone. И спросите этого человека, есть ли у вас Библия. Обычно, когда я прихожу, я спрашиваю, скажите, а у вас Библия есть? И у многих людей есть Библия, они просто пылятся на полочке. А вы можете их принести? И интересно, что у них даже есть многие неканонические, православные Библии. Вот каким-то образом Бог сделал так, что они упали нам. Есть обычные вот издания, напечатанные там в Финляндии, в Англии. То есть, наверное, это было еще во времена возрождения в Советском Союзе в 90-е годы, когда к нам стали приезжать верующие христиане, Запада стали привозить Библии. Даже для русскоязычных евреев, например, вот финская миссия, даже есть Библия с Моген Дэвидом, я думаю, что вы знаете такие. С другой стороны, с минор написано, специально издана для русскоязычных евреев с иудейской символикой, которая сразу привлекает внимание даже неверующих светских евреев. Поэтому спросите, есть ли у этого человека Библия, принесите ее. А если у человека нет Библии, тогда предложите, потому что евангелизационную литературу вы уже дали ему. Контактную информацию вы уже получили, вы пришли к нему домой, вы хотите из него сделать ученика, мессии, Ишуа. Поэтому спросите, а хотите, чтобы я принес вам Библию? И нужно подождать ответа. Если человек говорит, да, конечно бы я хотел, но вы узнаете, какая Библия ему подойдет. Вы говорите, я принесу Библию, только с одним условием, чтобы вы ее читали. Это самое главное. Если у человека нет Библии, конечно, лучше брать с собой свою Библию. Смартфон вы, конечно, можете использовать, но лучше брать свою Библию, и сесть не напротив человека, а рядом с ним. То есть, когда вы приходите, вы садитесь не напротив, вы садитесь рядом с ним. То есть, вы становитесь ближе к нему. Вы находите это место из Писания, которое вы хотите, чтобы человек прочитал. Вы протягиваете Библию, чтобы человек доверял. Чтобы человек прочитал это место. Поэтому он будет больше доверять не вам, а тому месту из Библии, из Писания, которое он прочитает. И, конечно, друзья, вам нужно объяснить, потому что люди, которые читают первый раз Библию, они многих вещей не объяснят. Поэтому вам нужно дать дополнительную информацию, например, исторический фон. То есть, если вы читаете какой-то отрывок, нужно дать исторический фон, чтобы человек понимал, когда это происходило, что хотел Бог сказать первым слушателям, то есть, чтобы он понимал, о чем идет речь. И дайте этому человеку возможность сделать открытие. Таким образом, задать соответствующий вопрос. Как вы думаете, а что Бог хочет сказать вам через это место? Что Бог хочет сказать вам через это место? Или такой вопрос. Как вы думаете, что Бог хочет, чтобы вы сделали с этой информацией? Что Бог хочет, чтобы вы сделали с этой информацией? Посмотрите, два наводящих вопроса побуждают человека задуматься, чтобы он не просто механически прочитал, как, например, художественную литературу, в одно ухо вошло, в другое вышло. То есть все-таки мы побуждаем человека, немножко так настаиваем, чтобы он все-таки прочитал, задумался, сфокусировался. Неверующим человеку очень тяжело сфокусироваться на духовных вещах. На мирских вещах ему проще сфокусироваться. Держите это в своем разуме, помните об этом. Итак, задавайте наводящие вопросы. Помогите ему сделать открытие. Он начнет задумываться, а что это место открытия? Бог начнет с ним работать, Дух Святой начнет посылать ему мысли,
его разум, а наша задача сделать так, чтобы мысли, которые есть в его разуме, как это духовная пища, чтобы она перешла из разума в сердце. Конечно, это Божья работа, но нам нужно помочь ему это сделать. Вот еще одна очень хорошая рекомендация, друзья. Меньше говорите, больше слушайте. Хороший евангелизм – это 90% слушать и 10% говорить. Люди любят, когда их слушают. С одной стороны, люди жалуются о том, что они одиноки в этом мире, потому что каждый занят своей жизнью и так далее. Но с другой стороны, когда люди с кем-то общаются, они хотят излить свою душу, рассказать, что у них происходит. Потому что многие люди просто не хотят их слушать. Вот поэтому хороший евангелизм – это 90%. Вам нужно вывести человека, чтобы он открыл свою душу и рассказал. Вы видите проблемы, которые есть. Интересно, когда мы общаемся с евреями, мы слушаем внимательно, что они говорят, то в основном, наверное, 90 или 95% людей каким-то образом Бог уже вмешивался в их жизни, то есть на протяжении их всей жизни. Каким-то образом Бог стучался в сердце через верующих, через какие-то христианские программы, через христианскую или духовную литературу, через Библию и так далее. Вот вы находите поворотный момент, и вы переключаетесь. Человек что-то говорит о том, как он столкнулся с какими-то духовными вещами, вы сразу это подхватываете, поэтому внимательно слушайте его. Следующая рекомендация, друзья, время посещения, то есть личного посещения на дому. Не усиливать его или ее неверие спором или убеждением. Если человек даже говорит, как мы говорим, грубо говоря, глупости, то не нужно, друзья, на это обращать внимание. Он неверующий человек, и это нормально, если он так говорит. Мы являемся верующими. Но мы не должны забывать тем, кем мы были раньше, в той жизни, перед тем, как мы пришли к вере в Мессию Иешуа. Поэтому даже если он говорит какие-то неправильные вещи, друзья, не спорьте. Можете сказать, хотите его послушать, например, Михаил Аркадьевич или Ольга Абрамовна, а что по этому поводу говорят наши еврейские писания? Вот сделайте вот такой вот прием. А что об этом говорят еврейские писания? Давайте прочитаю. Или вы можете сказать, что вы думаете по этому поводу. Но не спорьте и не убеждайте человека. Не замечайте того, что нелегально. Мы приходим к людям домой, мирские люди, обычные, там стоит у них стенка, в стенке могут быть и спиртные напитки, человек может и курить, и все что угодно может быть. То есть, все, что используют, конечно, неверующие люди, и они даже не понимают такое слово нелегально, они даже не задумываются об этом. И помните один момент, что вы, как миссионер, как служитель, вы сохраняете и контролируете разговор. Вот очень важно, то есть вы должны контролировать разговор. Помните о том, что евреи являются очень хорошими миссионерами. Бог первоначально создал еврейский народ, чтобы они были миссионерами ко всем остальным народам. Поэтому они хорошо умеют миссионировать и будут миссионировать вас тоже. Помните, что вы должны контролировать, то есть сохранять и контролировать разговор. Каким образом? Через вопросы, которые вы задаете, и через возврат к теме Библии, то есть духовным вопросам. Вот таким образом вы сохраняете и контролируете разговор. Потому что если вы дадите возможность говорить еврею, это может быть будет женщина-еврейка, то, как говорят евреи, они такие майсы вам будут очень долго рассказывать. Поэтому не стесняйтесь. Скажите, можно я вас поберу, я задам один вопрос? Или, вы знаете, в наших еврейских писаниях сказано и так далее. То есть через наводящие вопросы и через возврат к теме Библии. И, конечно, очень важно, друзья, чтобы вы придерживались времени. Если это уже ваше не первое посещение, если вы уже служите человеку, то примерно через 40 минут вы должны уже завершать ваше посещение, вы начнете заканчивать. Перед тем, как вы закончите, дайте ему домашнее задание. Ему или ей домашнее задание. То есть скажите, прочитайте, пожалуйста, вот такое место из Библии, и мы с вами поговорим об этом в следующий раз. Чтобы человек все-таки прочитал, размышлял над Словом Божьим, чтобы Слово Божье работало в его разуме и в его сердце. Запланируйте дату следующей встречи, друзья. Это очень важно. Вы можете даже сейчас не надо брать уже блокноты, вы можете просто записать смартфон или айфон, который у вас есть, записки. То есть, так, мы встречаемся с вами, Михаил Аркадьевич или Ольга Абрамовна, и запланируйте определенные даты. Вам удобно будет? Человек говорит, неудобно. Вы можете изменить и подстроиться, естественно,
под него. Поблагодарите за встречу. Это очень важный момент, друзья. Спасибо, что вы уделили внимание. Был очень рад поделиться своей верой, поговорить с вами о духовных вещах и, конечно, вместе размышлять о личности Мессии Иешуа. Затем спросите, друзья, о чем нужно молиться с человеком. И обычно люди говорят, вы знаете, я вообще не молюсь. Вы скажете, не волнуйтесь, я сам помолюсь. И скажите так, если вы будете согласны в конце молитвы с теми словами, которые я говорю, скажите аминь. Вот обязательно скажите это. Скажите аминь. И я не помню еще за более чем 25 лет служения еврейского народа, люди как-то не говорили аминь. Если человек уже заинтересован, открыт, если уже посещает, он говорит, да. Я говорю, вы согласны? Да, я согласен. И когда он говорит аминь, Бог продолжает работать в его сердце. Я вам расскажу еще один пример, когда я познакомился с одним человеком как раз именно время уличной организации. Это был парк, люди отдыхали. И когда я проходил, я видел, что сидит на скамеечке один еврей, интеллигентный, в очках, с рюкзачком и о чем-то там размышляет. Ну, конечно, я не упустил эту возможность и подошел. Я сказал, можно с вами рядом сесть? И я стал задавать ему духовные вопросы, сказал, что я вижу, что вы тоже еврей, как и я, что вы думаете еще. Но человек был довольно сдержан, мы понимаем, он обычно неверующий человек. Он тоже, кстати говоря, инженер по образованию, образованный человек. Духовные вещи он хотел больше узнать, но он был очень как-то скован, зажат. Ну, я понимаю. И единственное, что мне с Божьей помощью удалось, я взял только его имя и мобильный телефон. Больше ничего, больше никакой информации он не давал. Но это уже была победа, и Бог уже начал работать в сердце этого человека. Я приглашал его на шаббаты, на еврейские праздники, и он приходил. Не сразу, конечно, это заняло время. И вот на один из еврейских праздников он пришел, это была Ханука, праздник света. Я как раз говорил на эту тему. И когда в конце я пригласил людей, которые пришли, если они хотят действительно впустить истинный свет Мессии Иешуа в свое сердце, чтобы они подняли руку, этот человек как раз был один из них, кто поднял свою руку и принял Иешуа в свое сердце. Конечно, прошло время, прошло полтора или два года, но это семя благовестия должно было произрасти в этой почве, чтобы потом дать плоды. И вот вам, друзья, результат. Этот человек, он постоянно участвует в наших зум-шабатах, которые мы проводим каждую субботу. Он сам молится. И он не просто молится, знаете, как обычно люди молятся, «Господи, дай мне то, дай мне это». Нет, он молится по-настоящему. Во-первых, он осознает свою греховность и говорит, «Господи, прости, если я даже неосознанно где-то согрешил, я понимаю, что я это делаю. Дай мне мудрости, чтобы это не делать, чтобы обходить острые углы». То есть у него молитва настоящая, духовное. Он участвует в обсуждении Слова Божьего. И это, друзья, еще не все. Он ободряет других участников, которые тоже находятся в зуме на шаббате. И разные проблемы у людей он всегда старается ободрить. Он всегда старается подкрепить, вдохновить их. Я видел, как этот человек духовно вырос. И, конечно, из-за карантина у нас и ограничения были, и поэтому мы не проводили водное погружение, то есть крещение. В этом году надеюсь, что у нас уже есть люди, друзья, евреи, смешанные пары, которые готовы принять твилу, то есть водное погружение. И если Господь благословит следующий год, то мы хотим летом на море провести водное погружение. Пожалуйста, друзья, молитесь об этом. Я думаю, что этой информации вам будет достаточно, чтобы служить еврейскому народу, я буду молиться о том, чтобы Бог посылал на ваших путях евреев и смешанные пары заинтересованных, которые хотят узнать больше о еврейской культуре, о еврейских праздниках, об отношениях с Богом и, конечно, о личности Мессии Иешуа.